Слушайте, слушайте, жители Лизарди! Старей официально объявляется петухом. Вот. Заседание по этому вопросу объявляю открытым. Вот. Всем привет, собственно. Да. У некоторых, может быть, возник уже вопрос, какого хрена мы тут обсуждаем каких-то скудоумцев, да. Мы, на самом деле, не будем обсуждать никаких скудоумцев, просто мы с Ольгой... Надо начать разговор с того, что я просто занимаюсь некоторыми практиками с рунами, вот. И как вы помните с прошлого стрима, сейчас я звук несколько погромче сделаю, погромче звук, погромче, мазафака, и ваш звук как следует, да. Так, достаточно ли сильно ебашит звук? Вроде нормально, да? Вот, и как вы помните, нас недавно атаковали инсектоиды и нарисовали нам разные нехорошие руны прямо на окне. Вот, вчера после стрима я пошел нарисовал, собственно, руну обратную, то есть, вот. И как побочный эффект от этой руны, мне хочется навалять кому-нибудь пиздюлей, потому что просто Тейвос — это руна войны в том числе, вот, поэтому... Сегодня под раздачу попадает господин Старрей абсолютно ни за что, вот просто с нихуя, вообще, без всякой причины, просто так, потому что у меня настроение такое, сегодня дать кому-нибудь пиздюлей, и мы просто про него вспомнили за секунду до того, как мы решили пойти на стрим, вот. И благо, знаете, давание пиздюлей с кудаумцем, да, это вот дело благостное и фэншуйное, потому что всегда есть повод, абсолютно всегда. Вот, и то, что я даже сказал, что он петух, он на самом деле, конечно же, не петух, а инсектоид вонючий, вот. А инсектоиды нам, как известно, нихуя не братья, и обоссывать их можно сколько угодно, это самое, это дело сугубо благостное и фэншуйное, да? Вот, ну и, конечно же, это самое, надо же было вообще хоть как-то стрим назвать, вот. Не называть же вы стрим, как обычно, там... Фэншуйная, это самая телескопическая астральная проекция. Плавающие в бытие мироздания. Да, 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 астральные какашки. Вот. Про астральные какашки как-то не актуально, поэтому давайте сегодня обоссывать господина Старрея. Вот. А как мы вообще пришли к идее обоссывания господина Старрея? А просто, знаете, мы сидели, смотрели старые стримы Гойгая, вот буквально вот полчаса назад сидели, их пересматривали с Ольгой, медитировали. Вот, отходили, так сказать, после атаки очередной инсектоидов, потому что пиздец, эти ёбаные инсектоиды, пиздец. Ну это да, про атаку будет отдельная телега с моей стороны, хотя мы уже записали видос, я сегодня бомбила яростные лизарды на видосе, надеюсь, что он выйдет в ближайшие дни. Да хоть сегодня с монтажем, короче, да. Отлично. Вот, и сейчас мы вам расскажем, вообще, при чем тут Старрей, почему он петух, и... Вообще, но сначала, конечно же, мы должны до вас донести информацию, что благостные по фэншую присылать деньги на покупку живой ящерицы. Также гадаем сегодня на картах Таро. Я не знаю, у меня сегодня руны, короче говоря, я не знаю, они мне сегодня позволят нормально нагадать, да. У меня они, да. Не здесь, они у меня да, чуть пониже. Не, ну в принципе у меня руны боевые, видите, подсрачников надавать это самое. Самое то. Вот. На мне сегодня руна Тейвос и Соул. Как раз двойное сочетание полного пиздеца. Да, 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 да. Поэтому сегодня просто это самое. Ну, господина Старрея, блять, оторвем ему просто голову нахуй. Просто так, за нихуя. Вот, потому что просто так. Просто, блядь, нужна причина какая-то, чтобы отрывать инсектоиду голову. Вот, мы же сегодня смотрели про инсектоидов. Я, кстати, не испытываю вообще никаких эмоций от того, что вот отрываю голову старые. Вообще никаких, потому что Дуча вот правильно сказал, нехуй как бы на них злиться вообще. Потому что на них злиться, это бессмысленно, это им только это и надо, что на них злиться. Но зато просто так открутить им голову можно, почему нет? Без всяких эмоций, как пошел, просто, я не знаю, кирпич клубы. Да хватит про голову, это уже как-то да, уже слишком жестоко. Да нормально, нормально, это самое, что это инсектоид, блядь. Я неправильно сказал, что он петух, это просто, знаете, для кликбейта, что он петух. Он на самом деле ебучий инсектоид. Вот, причем такой, блядь, канонический практически, такой обычный, в общем, ничем не примечательный. Ну ладно, я немножко
По поводу кальян, а ты расскажи вообще, что сегодня у нас... Кальян, по-моему, у нас немножко протухший, тебе не кажется? Ты его давно не мыл? Я его один раз всего забивал вчера, и все нормально с ним. Слушай, нормальный, не смотри ты на него, короче. Вот, ну что ты расскажешь про сегодняшнюю атаку инсектоидов, и даже не атаку инсектоидов, блядь. Почему мы вообще говорим про старые? Ты сегодня видос старые посмотрел? Ну да, я вообще очень давно, раньше, когда-то, там еще полгода, год назад, в принципе, я еще и периодически, когда мне просто вот не хотелось ничем загружать мозги, я могла что-то посмотреть по типу старые, ну типа такой развлекательный контент, чисто вообще такое. Блядь. Да, когда сильно устал и вообще не хочется ничем себя грузить. Вот. Ну, я не сказать, что я фанатела и смотрела все видосы, но какие-то так периодически могла посматривать там полу этим, как сказать, полу... Состояние полусна такого, да. Блядь. Это делается обычно так, что вот надо тебе просрать время на говно какое-то, вот, включаешь старые, и там он сидит, какую-то поебень рассказывает, вообще бессмысленную, блядь, мельтешащие картинки, блядь. Да, вот я тоже заметила про мельтешащие картинки. Раньше я это, в принципе, не замечала. Мне казалось, это как-то, ну так, само собой, нормально. Даже, в принципе, интересно то, что они мельтешат, и как-то это так. А сейчас я уже тоже на ту волну попала, что мне интереснее залипать на какие-то долгие эпизоды, вот, без всякой вот этой смены резких. Вот обратите внимание, мы сегодня Бойгая два стрима отсмотрели, вот насколько это лучше, блядь, чем вот смотреть это говнище. Да. Вот насколько. Вот это просто пиздец, это небо и земля. Спокойно сидишь, это самое, у тебя поток идет, фэншуй идет, расслабляешься, медитация и умные мысли. И у тебя и по ходу дела откровения какие-то приходят, и ты начинаешь что-то осознавать, да? Вот, даже вот простые стримы на «Голосе Вселенной», которые смотришь, там реально идут откровения, все нормально. Я их пересматриваю даже, те, которые смотрел. Вот я Ольге показал, тот, который я смотрел стрим. Мне понравились вот стримы Гойга, их можно по много раз смотреть, они обладают фантастической реиграбельностью. Вот, но сегодня вот Ольга меня удивила, а вот сегодня мы проснулись. Вот, она включила старые, и там какая-то... Да, ты расскажешь, что там было? Да я что-то пока пошла там это кофе пить и включила так на задний фон, просто у меня в рекомендациях выскочила. Ну, думаю, посмотрю, что там у него это вышло. Уже месяца три вообще не заходила на канал, не смотрела, думаю, что там за фигня. Но обычно его телега про то, что, ой, там наебал кого-то в одноклассниках, прикинулся девушкой, и там всякие эти начали писать скудоумцы-извращенцы, то, что я тебя выебу, ой, красотка, и все такое. Вот он это все мусолит, не знаю, сколько там, чуть ли не 15 минут вообще эту хуйню. 15 минут вот этой хуйни с мельчайшей картинкой. Ну, по крайней мере, 10 точно. В общем, я там посмотрела. 15, я вот сейчас заходил, когда теги копировал из этого видоса, я видел ровно 15. А я вот, да, вот где-то половину видоса просмотрела. Да, половину видоса просмотрела, и уже, блин, стало скучно вообще. 5 минут, наверное, посмотрела, и стало реально уже тупость какая-то вообще. Я даже не стала вникать, что там он говорил, но вот просто прикольчики, типа, ой, я создала аккаунт на Одноклассниках и начал троллить всяких задротов, которые сидят там, чурок всяких, типа Руслан там какой-то пишет, ой, привет, меня зовут Руслан, ой, как оригинально, ха-ха-ха, и сидит, высмеивает эту фигню, типа там, потом типа какой-то узбек 77777 тоже пишет, привет, я из Узбекистана, старый, говорит, ой, как очевидно, блять, ой, типа, и там вот эти вот, блин, до какой степени это вообще... Да, тупизм, я сейчас просто, блин, ну тупизм просто, такие шутки ниже плинтуса вообще, ну я не знаю. Просто скукота и вообще, ну хоть что-то бы новое там сказал, хоть что-то. Да не может он, понимаешь, в чем дело? Если он будет что-то новое говорить, у него, блядь, отписки пойдут, блядь. Потому что это контент, вообще, понимаешь, тут идеология самого контента другая. Это вот мы тут сидим, каждый раз пытаемся рассказывать что-то умное, да? А тут философия совсем другая. О, вот... Сим-Сити опять заблокировали. Да как, блядь, ну бедный... Я смотри, что он написал. Сначала возмущался про то, что он, типа, с какого фига ты его заблокировал, типа, зачем ты меня забанил, что тебе не стыдно. А вот, потом такое начал Ярослав, раньше был умнее, последнее время какую-то ересь вот за это тебя откровенную и... Вот тебя за это и заблокировали, Сим-Сити, блядь. Главное обосрать кого-нибудь, во многом я не согласен. Ну и ты, блядь, не соглашайся дальше, мне насрать, с чем ты там не соглашаешься, короче, вот Сим-Сити, блядь, я, блядь, по-человечески с тобой поступил, я пошел, тебя разбанил, блядь, в группе написал, разбанил Сим-Сити, да, потому что я не помню даже, за что, блядь, я тебя, надо, сука, это самое, у меня память короткая, вот, надо запоминать, блядь, записывать, за что забанил, жалко, нету функции, блядь, за что забанил, вот, да, еще, знаешь, да.
Вот, это пиздец. Нет, он гнал на Дуча. Я помню, что он гнал на Дуча, рассказывал какую-то хуйню про Дуча. Вот. Ну ладно, рассказывал хуйню про Дуча, ну, может быть, он подумал о своем плохом поведении и исправился. Нет, он, блядь, нихуя не исправился. Нихуя, и начал рассказывать, да, что я хуйню несу. 5 минут стрима, и он уже, блин, опять снова. Он, блядь, да, это самое, ну это, ну, фантастика. Ну вот, чуваки, это самое, я не знаю, что с ним делать. Ну вот, блядь, я дал человеку шанс, извините, короче. Вот еще один кандидат на бомбление у тебя появился. Так, ну и что я там говорила про старые, ну да. Я уже забыла, что, какую тему там, ну, в общем, тут даже, мне кажется, про идеологию контента я хотел рассказать. Мне есть, да, что сказать по поводу идеологии контента. Я могу сказать так, что, помнишь, вот ты сегодня мне задавала вопрос, а как вот, почему Дудь с Моптиком стримит на Вестнике, не на Вестнике Хаоса, а на Голосе Вселенной, и что там вообще за Голос Вселенной, просто Ольга вот была не в теме немножко. Вот, и я ей объяснил, что вот Голос Вселенной, он такой более простой, они там меньше заморачиваются, да, вот, и тут мы плавно перешли к теме, что у них вообще вот такая фишка, что несмотря на то, что там застрайкованный канал, все равно они переходят на другой канал, там те же самые 100 человек сидит, смотрит, да, попробуйте так вот, вот старые так не может, наверное, потому что за ним не будет такого хвоста из-за постоянной аудитории, вот Гойгая похер на какой площадке стримить, они будут стримить хоть в Дискорде, хоть в ВКонтакте, один хрен люди будут там сидеть. Вот. И это о чем говорит? О том, что тут философия другая. То есть у них задача зацепить именно элитную аудиторию, которая вот понимает, что вот, блин, особо больше некуда вообще податься. Вот, вот. А там философия другая. Там задача набрать как можно больше просмотров. Потому что они монетизируют блог не за счет стримов, а за счет просто этой самой монетизации на YouTube, ну, на, да, которой копейки вот тоже. И реклама, блядь, всякой хуйни. Вот. И поэтому контент делается максимально скудаумно. О, спасибо за 20 рублей, ФСБ Москвы. Здравствуйте, Ярослав. Доносим до вашего сведения, что вы обвиняетесь в экстремизме по статье 282.2.1.1 УК РФ. Требуем вас явиться в ближайший к вам полицейский участок для оформления протокола. Иначе мы сами приедем, отпиздим вас и отвезем в КПЗ. Хорошо, завтра съездим в ФСБ, спасибо за уведомление. Очень удобно, ФСБ стали прям уже в виде донатов присылать. Очень удобно, раньше приходилось, знаете, ради этого, это самое, почту проверять, там, всякую макулатуру, да, теперь очень удобно. Вот, видите, правительство заботится о нас. Что так мало пожалели нам ФСБ? Да, что-то очень мало, да. Но вы же для можете, ФСБ как-то хотя бы мало. Пару тысяч нам скиньте, на ящерицу добавьте там, а не хватает немножко. Да, абсолютно верно. Ну вот, о чем я там остановился, да, и, в принципе, это контент, который, ну, собственно, делается для того, чтобы просто набивать просмотр, поэтому берется самая какая-то тупая тема. Уже 3 человека отписались, видимо, от этой надписи «Старые петухи». Ну, если они отписались, то туда им и дорога. Если их оскорбляет это самое такое утверждение, что старые, оказывается, петух, для них это стало каким-то откровением, да, или что? Походу, да. Они-то думали, что он... Нет, петух. Знаешь, это вот скудаумцы, которые просто не смотрят. Они подписались из-за одного твоего видоса, вообще не смотрят твои видосы. Им непонятно, там, например, видос про фэншуй, про инсектоидов, про нунчаки. Они просто пропускают это мимо ушей, ну, типа, что-то непонятное, даже не вникаю просто. Не смотрю видосы, не захожу на стримы, я тебе более того жду скажу. Чего-то там, может быть, по своей теме. А тут промелькнула надпись, то, что старый петух, также то же самое, когда мы там про Оксимирона что-то говорили. Все, сразу пошли отписки, они даже вообще не вникают. Ну, туда ему дорога, блядь, пошли в жопу. Знаете, что я могу сказать? Я сегодня смотрел статистику канала, просто посмотрел, знаешь, там есть такая функция, можно посмотреть шкалу, как вообще люди смотрят, именно что, до какого места досматривают, и там прям шкала. И любой видос я вот открываю, вот, допустим, про атеизм, да, вот этот вот, я делал разъеб на 20 минут атеизма. Знаете, какой процент людей досмотрел до конца этот видос? Вот, знаете, сколько? Блять, там 10% нету до конца. То есть, ну ладно бы до конца, хотя бы до половины, а до половины, ну там, ну 30, блять. Ну
То есть, блядь, вот эти люди, они смотрят видосы, вообще, короче, я даже не скажу, что по диагонали, короче, они, видимо, привыкли вот как старые смотреть, то есть посмотреть какие-то мельтешащие картинки, блядь, которые с рандомного места включаешь, и там они одинаковые вообще, и суть видоса никак не меняется с любого места. С любого места его включай, и нормально, короче говоря. Да. Наши видосы нельзя так смотреть. Наши видосы, блядь, от начала, сука, до конца. Сидите, смотрите. Если вы их так не смотрите, то, блядь, я вообще не знаю. И поэтому я даже вот вижу некоторую потребность, чтобы действительно, вот действительно от скудоумия Лизардию почистить, действительно. Поэтому мы и делаем видосы про то, что этот самый старый петух, потому что если кого-то вызывает ощущение хуёвое где-то там в Муладхаре, да, от этого, то, ну, блядь, ну, идите, смотрите старые и мельтешащие картинки эти, блядь, ебучие для скудоумцев, пожалуйста. Потому что я заебался, я все равно толку вот от этих людей нету никакого, понимаешь? Они балласт, они вообще нахуй не нужны эти, блядь. Ну да, все верно. И чё, на чем мы остановились до этого? Ну, я не знаю, можем чат почитать, там в чате какая-то вообще да, термоядерная да. реакция началась. В принципе, особо вроде ничего такого. Приветствие Гоя-Гая, Гая-Гой, там все такое. Давненько сателлитов Макоуна не смотрели. А мы его не будем смотреть, еще его смотреть буду, пошел он в жопу. Не, ну как бы я считаю, что наоборот, это Макоун сателлит Старрея, все-таки Старрея покрупнее, и Макоун с ним контактировал, взаимодействовал, всячески подлизывал, чтобы там... Ага, ты помнишь, я говорил, купи у Старрея рекламу, тебе надо быть как Старрея, блядь. Ты мне это все говорила. Вот, я смотрел на Старрея и говорю, я не хочу быть этим пидорасом. Я не говорила быть как Старрея, говорю о том, что надо как-то это развивать блог и больше набирать аудиторию, все такое. Вот, потому что. Ага, и снимать контент, блядь, про как до меня домогались, блядь, таджики, блядь, на стройке. Я переоделся в таджика, блядь, и все думали, что я таджик, блядь, например, тоже какую-нибудь хуйню. Вот даже я, видите, придумывал более интересные идеи, чем этот Старрей, блядь. Потому что вот эта идея притворить. Девушка в одноклассниках, это еще постигает Лен, делал у нее целый блог, постигает Лен про эту хуйню. Вот, это вообще настолько, блядь, обкатанная даже идея, Старрей, блядь, обоссанная. По-моему, там уже десятки этих видосов на эту тему уже склепал. То есть одна и та же тема, вообще просто нового ему сказать абсолютно нечего. Вот он ходит, обсасывает одну и ту же тему просто. Ему и никогда и не было что сказать. А что он там вообще говорил такого, что прям вот... Да просто какой-то галимический контент для скудоумцев, иначе не назовешь никак. Да, смысл обсуждать всяких скудоумцев. Никакого смысла в этом нету. Я не претендую на то, что сегодня есть какой-то смысл. Просто вот, блядь, мы решили поговорить. Мы раз уж, знаешь, это, знаете, как у нас это было? Мы сидели, обсуждали, и я такой думаю, о чем мы просто так говорим, когда можем на стриме говорить, да, блядь. Да, мы уже вот. Не можем просто так. Да, не, мы можем, но говорить. Просто а зачем, когда можно на стриме, блядь, холостую тут разговаривать, еще и про старые, блядь, просто так, да. нахуй. Ну да. А, рад приветствовать вас. Я вернулся, Вишмастер. Да, давно тебя не было. Давно тебя не было, но песенки мы не ставим. Инсектоиды за это кидают страйки, блядь. Доброе имя. А за что модерка дается, мне интересно? За достойное поведение. Правильно, мистер Раптор так и написал, за достойность. Так. Там написал кто-то... Кстати, умный человек, он догадался написать мистер Лизард, так, чтобы он меня ник подсветился. Продолжай нести годноту в массы. Хорошо, буду продолжать, спасибо. Вот. И, кстати, вот, господин, вот не вижу отсюда, как тебя зовут. SMD55. Вот за такое поведение, кстати, тоже можно получить модерку, потому что это первый признак интеллекта, что человек догадался, как написать, чтобы я сразу увидел его сообщение, минуя весь поток чата. Вот, приберите с него пример, если хотите, чтобы я увидел ваше сообщение более быстро. Потому что удобно, реально. Корошки вселенной. Смотрел вчера господ Дуча и Муптюка, проникся их идеей. Как четко и ясно они доносят свои мысли. Но все-таки Дуч, он очень хитер. А че он хитер, в смысле? Ну... В каком смысле? Что ты вкладываешь в это понятие? Дарикс, серый ник, я что-то его не помню. Старрей против в рот ебаного Путина, за это лайк и пох. Вау, блядь, он против Путина? Блядь, вот давайте это самое, блядь, а кто не против Путина? Вот вы покажите еще на ютубе кого-нибудь, кто не против Путина, блядь, охуенно. То есть, вот реально, как они работают, они берут, высказывают супер популярную идею.
Так, хуй вам, а не 2000 ФСБ Москвы, спасибо. Да пожалуйста, короче говоря, и хуй вам. Да, еще пришлите, это что-то мало как-то. А какие благовония посоветуете? Сандаловые, эти самые, например, с напылением, хемовские, если покупать, то сандаловые. Вот, а я вот предпочитаю Natural, такая вот серия Natural. А также любые благовония, которые дороже 200 рублей, они, в принципе, все фэншуйные. Ну, еще есть специализированные хорошие благовония, вот типа ладана, например, мира, ладан, там всякие эти штуки. Да, 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 если натуральный ладан, он инсектоидов и всяких нечисть всякую выгоняет на раз-два. Ну, еще вот эти палочки, которые, помнишь, чисто кстати, тебе... Кстати, да, кстати, странно, что в церквях ладан жгут, а ведь, по идее, там... Ну, наверное, там неправильный ладан все-таки. Не, ну ладан, он не только инсектоидов отгоняет, он, в принципе, всякое говно отгоняет вообще такое, неорганическое, неорганов всяких, то есть, в принципе, ну почему, в церкви тоже как бы не особо нужны всякие неорганы, я считаю, именно которые не конечно, относятся... Конечно, наоборот, культивируют неорганов. Которые не относятся к их эгрегору, которые вот из других каких-то эгрегоров. А что они других неорганов культивируют? Да. А может мне кто-нибудь объяснить, кто вообще такой Старрей? Да и не надо тебе это знать, но вот загугли, вернее, вон в поиске, вбей его имя, вот узнаешь. Петушок, который снимает контент для дебилов, вот кто. Дэн Клит, добрый вечер, друзья. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки и шарить этот стрим в ваши соцсети, верно все говорить? Абсолютно верно, да, достойно поведения. Он с каким у нас ником? Синим. Синим, а ну тогда это самое, да. Тогда он уже это самое. Угу. Так, приветствую, ящеры моего мира, лизардец, привет! Да, здорово! Блин, забыл все-таки я этот баннер сделать про толкование слов. Ну, ну да, ладно, да, если да. Что, кому надо Сондрас толковать, да, он 50 рублей. Да. Если что, я баннер не сделал, но услуга существует. Да. Задумался о таком вопросе, что порой очень забавно происходит развитие. Люди одинакового ума отвергают, к примеру, научные знания и идут в магию, другие из магии в науку. При этом нет плохих или хороших, лизардеец пишет. Ну, понимаешь, это самое, ничего не мешает магу при этом наукой заниматься на самом деле. Потому что, как я уже многократно, миллион раз уже повторял, что магическая картина мира не противоречит научной. Вот, и магу ничего не мешает вот заниматься чем-то научным, сидеть там, лекарства разрабатывать, например, какие-нибудь там от рака жопы, там, я не знаю. Вот, в чем проблема-то вообще? Да, Никита Столяров, какую ящерицу хочешь завести? Мы думаем, что игуану. Horror Life. О, здорово. Добрый вечер, а чего Стар Рейтон натворил? Ничего, мы просто так его сегодня пинаем. Разве нужен повод, чтобы отпинать инсектоиды? Лизер Тольга, кстати, вы первые, кто произнес мою фамилию с первого раза правильно. Плахти Владислав пишет. Ну а как ну, ее да. Можно неправильно произнести, я не знаю, Плахтий или как? Ну, видимо, это самое у людей не получается. Анна М, песенки не ставим, музыкальных стримов не будет. Ну, если и будет, то в Кантаче, ну, просто реально за это дело, ну, вот, Моисею Великанову за это страйки прилетают. Я поэтому даже перестал ставить фоном всякие композиции не своего производства. Офигеть, видите, сейчас... Твоя музыка. Ну, не только, но проверенная, за которую не прилетают страйки, вот, и просто проверенная. Есть вот у меня список проверенной музыки, за которую ничего пока не прилетало. Вот, даже таких вот этих самых, ну знаешь, прилетают уведомления, типа, снята монетизация. Ну, короче, не хочу я нарваться на минное поле, это нахер надо. А Моисей на четвертом канале слушает и пока цел. Так, спасибо за донат, Александр Геогадия. 50 рублей. Денежный поток во всей... Вот, видите, Сухов нормально открывает денежный канал, и сегодня в подъезде нашел 50 рублей. Денежный поток во всей красе. Отлично, вот. Да, у Сухова талант. Реально. Да, вот у нас только с денежными каналами, со самих служим. Мы, походу, слишком много открывали денежный канал всем остальным, ущерб самим себе. Поэтому пока что мы вот эти денежные каналы, пока вот лично мы без Сухова пока не будем практиковать. Не, ну именно конкретно вот как-то оно может само откроется, почему бы нет. То есть такая программа, да, которая заложена. То есть если вы сами добровольно донатите, вот вы считаете зову сердца
ну, как бы, сделали донат нам, и тогда я считаю, что вот скорее всего вам воздастся, вам тоже откроется канал. Ну, это, знаете, мне, это, кстати, не только нам, это, в принципе, знаете, если вы это чего угодно, в принципе, проспонсируете от чистого сердца, что-нибудь благостное, фэншуйное особенно, то денежный канал откроется. Да, просто, вот. Ну, вот конкретно сидеть всех заставлять, чтобы нам слали деньги, да, это чтобы не мы по фэншую, конкретно, сидели да. тут насильно заставлять да, себя. Да, то мы уподавливаемся вот этим шарлатанам из, блядь, битвы экстрасенсов как раз. Ну, да, мы сегодня как раз об этом думали, да, мы как раз вот об этом сегодня размышляли. Вот, о том, что, да, немножко мы неправильно это делали, но мы, главное, осознали вот эту всю свою хуйню, вот, и больше так, ну, не знаю, если мы и будем прям услугу вводить по открыванию денежных, ну, не знаю, это тоже прям услуга, и делать, наверное, не стоит. Да, я тоже так считаю. Так, какая-то война там началась сейчас, я... Пускай начинается, это весело. Так, ладно, вернемся к тому месту. Где я закончила? Так. А я помню, говорил на старом стриме с Махоуном про то, что старый еблан, кабальт. Молодец, правильно сказал, а чё? А, доброе имя. Что посоветуешь послушать из психоделик Стон Рока? Типа твоего альбома «Рыбы». Ну, типа такого я тебе посоветую только «Рыбы». Потому что аналогов этого нету во всей вселенной. Вот. А так вот, заходи ко мне на страницу. И по тегу Stoner, вот прям вбиваешь решетка Stoner по-английски, прямо ко мне на страницу ВКонтакте. У меня там этого Stoner, прям вот просто целая, короче, вагон и маленькая тележка. Вот, вот говорю, вам полезно подписываться на мою страницу, потому что у меня там музыкальная библиотека. Я страницу использую просто как архив музыкальный, я сам оттуда музыку и черпаю. Да, кстати, и на мою, ко мне тоже да, можете добавляться. Да. Я подписчиков с канала добавляю, но желательно все-таки сделать пометку, чтобы ну, подписаться все равно можно как бы, да. Как бы я в принципе просто у меня был тот период, что я многих поудаляла, что-то вообще всех разозлилась, всяких старых знакомых и не особо знакомых почистила. Так тут идеология другая, понимаешь? Это самое вот как раз Дуча рассказывал, что тут философия другая, что ты в принципе подписываешься на человека, потому что тебе интересен да. контент, который он постит. Не, ну, просто многие начинают обижаться, тебе подписался, а ты в друзья. А это неправильно, потому что это самое можно подписаться просто потому, что нравится, что человек постит, а что бы нет. Вот, и тебе даже не надо. Вот я тоже иногда подписываюсь, потому что есть люди, которые иногда постят интересную информацию. Больше никто не постит, вот, например. Правда, я давно перестал листать ленту ВКонтакте, потому что она откровенно замусорена просто говном. Причем любые паблики, вот сейчас они замусорены говном, абсолютно любые. И они вообще бессмысленные, короче. Да, кто такой Дзержинский? Не знаю. А я вот знаю, это типа там прикол шел, то что они со старым ебутся и все такое. А, расскажи об этом вот как раз про старые, вот давай, жги, короче, ты много смотрела старые, вот давай, расскажи, что ты думаешь. Я вообще сама сейчас не знаю, типа, что тут уже на эту тему говорить, потому что, ну да, что-то там они строили, корчили из себя, то что они такие мимимишные, такие педиковатые ёйные мальчики, вот. На самом деле, конечно, это, по-моему, полнейший бред, хотя хрен знает, может быть, Дзержинский и правда гей. Смотрите, смотрите. У меня, внимание, вопрос, да? Внимание, вопрос, почему в мейнстриме, в таком мейнстриме педиковатые мальчики? Вот объясните мне, пожалуйста, почему Юлик, блядь, такой популярный педиковатый мальчик? Почему тот же старый, почему это вообще является каким-то мейнстримом быть педиковатым мальчиком? Я не понимаю. У нас же вроде как геев в России не любят, да? Но тем не менее, почему-то все активно, блядь, массово подписываются на педиковатых мальчиков. Объясните, как это работает? Я тебе объясню, потому что геев не любят всякие вот эти, не знаю, ВДВшники 30-летние, всякая такая аудитория, кому за 30. А на Ютубе сидят школота, девочки всякие. Это старый же, он рассчитан в основном по большей степени на подростковых девочек таких маленьких. Вот, даже не на мальчиков, не столько на мальчиков. Сколько на девочек. Поэтому, а почему девочкам вот педики нравятся, девочкам, блядь? Девочкам именно нравятся такие женственные, няшные, еойные мальчики. Что за хуйня творится, блядь? Не, ну есть, конечно, девочки подросткового возраста, которые тащатся по брутальным мужикам, но сейчас их стало меньше намного. А это потому, что как раз инсектоиды, блядь, засирают фэншуй, вот, и это самое, просто лишают мужской энергетики. Не, ну людей. Я не знаю, я, например, тоже не фанат всяких вот этих быдланов, которые такие...
такие мужеподобные обезьяны-гориллы, которые такие, чё, типа, эти пизды дам ща, ты с какого района, чувачок? Ну, это понятно, но все равно, вот это самое, вот конкретная педиковатость, вот такая... И еще и закосы, ну, метросексуальность это называется. А не, ну знаешь, так и тебе могут сказать то, что... Слушай, они могут сказать из-за длинных волос, но извините, я совсем не метросексуальный все-таки. Не, ну как бы, ты такой, почему, весьма у тебя хорошая внешность, а ну, нет у меня характер совершенно брутальный не такой. Брутальный такой вот именно мужеподобный обезьяны, гориллий. А это потому что это самое, просто я не занимаюсь вот этим бодибилдингом, блядь, ебучим. У них система, что если человек... не занимается бодибилдингом, то, ну, вы поняли, вот. Да, ну, давай я продолжу, да? Да, 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 попробовал коктейль. Я просто хочу прочитать в первом приоритете то, что адресовано ко мне, вот. Ты пробовал коктейль белый русский? Не, не пробовал. Не, ну так ты сейчас собьешься, мы будем одно и то же. Ладно, сказать. Давайте, да, там, да, да. В принципе, не сильно отстаем. Да, не сильно отстаем, но я просто все равно хотел просто как-то поощрять людей, которые пишут с обращением, вот. А ты-то не видишь просто это да самое? Да я вижу здесь тоже мистер Лиза. А, ты видишь, не, да? Ну они у меня красным не выделяются, конечно, но все равно. А, не, ну поощрять-то понятно, но, блин, надо поощрять тех, кто донаты, наверное, присылает. Нет, этих тоже надо поощрять, ну потому что... А то так сейчас перестанут вообще донаты присылать, просто будут писать. Да, согласен, согласен. Но все равно, как бы, все равно, это очень удобно. Ну, блин, я буду стараться, по крайней мере, поощрять по возможности, короче, ты, такое обращение. Да, ну так что, белый русский пробовал? Не, не пробовал. Я тоже. Я только черный русский пробовал. Коктейль, знаете, такая вот, как ягу продают. Только не яга, это вот как говно, короче, это, блядь, кока-кола с, блядь, коньяком. Ну да. Вкус, по сути. Ну, блядь, это все бухло и вкус, вкус детства, блин. Ну, ты, блядь, у тебя, у меня не было такого детства, это самое... Не, у меня детство началось 17 лет. Точнее, пьянство началось 17 лет, так что это не детство, наверное. Ну, для меня это детство. Не детство, это отрочество называется. Ну, для меня это детство. Не, ну мы с таким гонопанком занимались, конечно, по молодости, вот. И я вот тоже, когда в колледж пошел учиться, чему меня научили в колледже бухать, блядь? Ягу, короче говоря. Вот, ну, я какое-то время побухал эту ягу, но я быстро перестал бухать. Зато у меня есть знакомая, которая эту ягу пила, блядь, по 10 бутылок в день. Вот, и она потом, пиздец, она была нормальная, это самое. Ну, не сказать, что она была прям какая-то красавица, но, блядь, она потом стала жирная, блядь, как колобок, короче, пиздец. Вот и яга, короче, и вот это все бухло. Вот реально, чуваки, кончайте бухать. Если, вот надо, сука, видос, наверное, да, снимать, потому да. Что реально бухло говно. Потому что вот я как человек, который когда-то любил реально вот бухать, я каждый день, блядь, сука, бухал. Я помнишь, жирный какой был, блядь, пиздец. Не, вот, ну я тебя не застала, слава богу. Да, ты меня не застала. Жирным. Да, ты меня не застала, но это самое, ты меня все равно застала, когда, блядь, у меня лютый алкоголизм был, когда ну, я да. Просто по, не, ну, не знаю, по 4 бутылки, по 4 бутылки пива в день выпить, для меня это была норма просто. Это, блядь, без этого не жили, блядь, называется. Вот, реально, вот я когда-то такой был. И сидел говнопанком, занимался всяким, вот. И я очень рад, что я от этого отошел, потому что это говно в натуре. Да. Анем. Блин, жаль, что страйки недавно, только ностальгия пришла за старые стримы с музлом. Ну, может быть, устроим какое-нибудь музло проверенное, знаете, очищенное от инсектоидов. Может быть, не знаю, на каком-нибудь спецканале музыкальном, блядь, создадим. Я не знаю, что с этим делать, это надо реально, может быть... Ну, я не знаю, просто тоже эти музыкальные стримы, ну, мне надо особую точку сборки словить, чтобы мне было это интересно, короче. Пока что неинтересно. А, слышал песню «In. Точки сборки». А, по-моему, она самая охуенная. «Точка сборки» — это фуншуй. Кстати, в понедельник у нас стрим с Алексеем Михеевым, шаманом. Вот, у нас это его группа. «Точка сборки» — это группа Алексея Михеева. А-а-а. Так что, чуваки, радуйтесь, Алексей Михеев снизойдет на нас и поделится своей мудростью, короче говоря, в понедельник. Вот, короче говоря, годный контент подъедет в понедельник. Это вообще пиздец. Я просто, не знаю, это счастье просто, что Михеев к нам придет. Я все мечтаю с Дучом и Мутюком познакомить Михеева. Ну вот посмотрим, короче, как это все дело произойдет. Очень интересно, реально. А какого правителя Венесуэли поддерживает Лизардия? Не знаю, никакого. Лизардиец, как всегда, с каверзными вопросами.
Мне насрать на правителей Венесуэлы, ну вообще тотально, короче, никакого не поддерживаю. Мне насрать вообще. Пусть они там хоть в жопу ебутся, блядь, мне похер. Что скажешь о 432-й ГЦ в группе Гойгая сегодня пост был? Ну вот я, к сожалению, не смотрел, что там сегодня было, так что не могу ничего сказать. Угу. Жалко, что у нас ВК заблочили, мистер Раптор. Это, из... Да, наверное, с Украины. А Лизард-то с Махоуном-то норм пообщался, я сейчас... Я вообще с ним еще не общался, он мне вот написал, и все, короче, загнулось, то есть я не знаю. А я сейчас Ваське на стриме от Лизардии привет передала, у него попу взорвало. Почему? Horror Life. То есть, я понял, то есть все-таки это самое... А Вася... Васька? Вася это Фауст 21 века, между прочим, да. А что, у него от меня попа горит или что? Это очень странно. Чего бы это, вы всегда дружили с ним? Мне сегодня почему-то Фауст снился, тоже очень странно, я вообще не думала. Странный, кстати, у меня сон был, вот можем сейчас мой сон потолковать. Давай, потолкуй свой собственный сон, я не знаю, как его толковать, но давай. Да, сейчас я его расскажу. То есть мне снилось то, что я пошла на прием к какому-то психологу, типа такому научному, прямо доктору-доктору, то есть решила от всякой эзотерики своей избавиться. Вот, и мы такие сидим, и это оказался Фауст. Мы сидим с ним, дискутируем там о всем этом, он меня пытается учить, лечить, в общем, там управлять у меня мозги, вот, сидим, общаемся, потом приходят какие-то два индуса, вот, тоже такие доктора, в общем, такие тоже какие-то психиатры, и он такой, Фауст, говорит, все, забирайте ее, короче, это, надо ее лечить, в общем, куда-то меня... Слушай, я догадываюсь, какого, что у нас думает вообще Фауст, я догадываюсь, он считает, что мы вообще поехавшие, бля, пиздец, вот, и что нам надо прописать галоперидола побольше, вот он что, наверное, считает, потому что, ну, вы поняли, короче говоря, ну, не знаю, я при всем при этом отношусь к Фаусту уважительно и считаю его своим другом. Я не знаю, если он вдруг внезапно изменил свое мнение обо мне, то это прискорбно. А тебе что, не нравятся педиковатые мальчики? Это кому вопрос, интересно, мне что ли или тебе? Мне они не нравятся, мне и не педиковатые, не особо-то нравятся, мне вообще как бы... Этот вопрос мальчиков меня не очень беспокоит. Мне просто сам факт того, что педиковатые мальчики очень сильно в мейнстриме находятся, меня вызывает ряд некоторых вопросов, да, глубокомысленных. Просто если у нас так не любят геев, то, наверное, их должны наоборот все чмырить. Да, нет, блять, они наоборот у нас в мейнстриме каком-то. Очень странно, короче. Потому что это мейнстрим, это для подростков. Ютуба, вот именно вот вся вот эта фигня, это же все подростки смотрят. Как бы, и как это объясняет, сидят. Блядь, ну и как это же... объясняет, я ну, не понимаю. Ну а то, что я тебе объяснила, то, что в подростковом возрасте всем нравятся вот эти гейские мальчики, а потом девочки вырастают, и когда им становится уже там за 20, они уже переключаются на всех этих быдлогопов, которые такие, типа, трушные ну, мужики. Ну, сейчас пошел, короче говоря, какой-то странный контент из головы. Почему из головы? Вот именно таких большинство, вот, среди всяких цивилок, среди всяких... Не знаю, я вот свечку не держал, я не знаю, как там что у цивилок происходит, если честно. Так что, не знаю, может быть и правда. Ну, именно так и есть, я уж поверь мне. А, Старрей и Дзержинский тусят с Мараной Баттери. Это та извращенка. Что за Баттери? Я что-то слышала о ней. Ну, какая-то, блядь, это самая гламурная, блядь, какая-то, это самая, деятель Ютуба какой-то, вот, тоже ничего особенного умного не делает. Так что она как-то прошла мимо моего внимания. А, ВК постоянная реклама, загнивающий контент, все обижаются. Ого, Георгий Победоносец, 250 рублей. Спасибо. Канала. И прошу на Таро погадать. Ваш стрим дает силу. Вот, ну давайте погадаем. Какой у меня духовный путь и что ждет меня на этом духовном пути? Кто смотрел прошлый стрим? Вышло забавно. Довольно таки. Ну давайте погадаем. На Таро, наверное, или на шаманах, как ты думаешь? На шаманах. Духовный путь, ну-ка еще раз, я что-то не очень... Сейчас я зачитаю вопрос, сейчас я скатерть разложу. Так, ну что, давайте погадаем. Итак, гадание в прямом эфире. Так, на развитие канала прошу на Таро погадать. Ваш стрим дает силу. В общем, какой у меня духовный путь и что ждет меня на этом духовном пути? Кто смотрел прошлый стрим, вышло забавно довольно-таки. Так, какой у тебя духовный путь и что тебя ждет на духовном пути? Ну, вот
я думаю, такие вопросы действительно да, лучше. Да, шаманы прям нам вообще очень все откровенно и четко говорят. Может быть, ты погадаешь, я сегодня что-то какой-то весь заряженный Тейвазом, и мне как-то не до гадания сегодня слегка. Вот, держи. Да, у меня, кстати, руна Лагуса. Она да, она вот за у тебя сегодня по фэншуй. За магию, за предсказания. Я думаю, даже не нужна скатерть в таком случае. Почему? И нужна, ну ладно, на скатерть. Вот, держи. Скатерть, давай. Да. Просто я сегодня говорю под руны Тейвас схожу, и причем под руны Соула одновременно. Поэтому мне сегодня как-то... К сожалению, есть неприятный момент один с Васей. Я тебе в ВК скину отрыв. Ну я потом буду читать, давайте мне в нижнем белье не будем ковыряться, блядь, публично. В любом случае, приятного вечера и славы Лизардии. Да, спасибо Coral Life за свежие сплетни, это самое. Но я это самое, я вам не это самое, не буду сейчас в нижнем белье ковыряться, потому что все-таки Вася Фауст, я не считаю, что он достоин того, чтобы сейчас в этом нижнем белье ковыряться. Все, давайте сосредоточимся на гадании. Так, значит, какой у Георгия Победоносца духовный путь? И что ждет его на этом пути? Да, я пока книги достану. Да, какой у него духовный путь? И что ждет? Так, может камеру как-то на столик? Да, в принципе, зачем? Просто туда-сюда хорошо, камера делать. Две карты, значит, первое. Какой духовный путь и что ждет его на этом пути? Так. Какой духовный путь? Ой, охуеть, у тебя два старших аркана. Два мощных прямо старших аркана. Это говорит о том, что ты по-любому личность незаурядная какая-то, не такая вот все. Там, да? 21 и 20. А. Так, 21-й аркан, блин, эти римские цифры. А, верхний мир вообще-то. Это вообще, да. Это вообще там мега-шаман, на самом деле, потенциальный. Да. Да, так что это самое, ты потенциальный, явно, давай я сам подгляну, но... Ну, это карта мир, видишь, тут уработа нарисована, покажи карты. Да, давайте покажу карты. Итак, первая карта вот такая выпала, вот, вторая выпала у нас... Вот такая, и прям вот конкретный шаманизм, в общем, тут по полной программе. Да. Так, ну, первая карта у нас, значит, какой духовный путь, она, в принципе, была перевернутая, но сама по себе карта мира – это одна из самых позитивных карт, то есть она очень хорошая, даже в перевернутом значении она, в принципе, не такая уж отстойная. Так, значит, ну, давайте почитаем сразу перевернутое значение. Блин, что-то здесь немножко, по-моему... Ладно, следует, короче... Да, в перевернутом значении именно в этой колоде она не сильно позитивная все-таки. Она говорит почему-то здесь об одиночестве, разочаровании, какие-то трудные обстоятельства, которые требуют исправления. Следует обратить внимание на здоровье. Так, особенно... Ну, это... Придется приложить усилия для восстановления равновесия и баланса. Так, странно, очень странно. А вообще это карта гармонии, воплощенной мечты, взаимосвязи со всем сущим. И вообще, в принципе, это связь с космосом, связь с миром. То есть это вот такая вот высокодуховная карта. Но поскольку она сейчас перевернутая, возможно, говорит о том, что сейчас у тебя не самый лучший период. И вот действительно какие-то есть сложные обстоятельства. Но про сам духовный путь, что можно сказать в контексте вопроса? У меня сегодня поток именно интуиции немножко закрытый все-таки, потому что Тейвас, он вообще не про интуицию ни хера. Так, ну давайте я прочитаю. В общем, это характеристика человека именно под этой картой. Это творец, создавший нечто из пустоты, отдавший это в мир. Принимают дар только женщины, мужчины его отвоевывают или разделяют. Карта констатирует положение и статус человека, уточняя его окружением.
Если в женском раскладе, так, ну это про женщин, что-то здесь в основном про женщин почему-то. Это больше такая женская карта, насколько я понимаю. Может быть, имеется в виду, что ему как-то надо найти сильную женщину, которая вот действительно, вот он все время у нас занимается поиском шакти. Mm-hmm. Вот, да, кстати. И мне кажется, что его духовный путь, он будет проходить, так сказать, под... каким-то влиянием сильной духовной жрицы, мне кажется. Вот, потому что он явно без жрицы это начинает кибло-жопу делать. Вот это прямо, я уже просто знаю, что у него это происходит, у него систематическая проблема. Просто ему очень часто гадали уже, и я уже про его взаимодействие с шакти уже наслышан нормально так. Угу. Так, ну давайте посмотрим, что вторая карта, что ждет его на этом пути. Опять же, что касается человека этой карты, это профессиональный лекарь душ, знаток инстинктов. О, ну то есть, возможно, получится из тебя какой-то такой биоэнергет, блин, целитель может какой-то, не знаю. Да, все не без греха, иногда никак и не поймешь, почему на душе тягостно. То ли убывающая луна силы забирает, то ли колдун морок наводит, то ли опасность о себе загодя предупреждает. И если молчишь вместо осуждения, к тебе приходит мудрость. Все страхи мира не могут причинить реального вреда, но недоброжелательно настроенный человек способен на все. Так, если касается работы, то... Да какая работа? Здесь опять же какие-то такие больше, блин, знаешь. Сейчас я попробую сейчас, все-таки вот почему-то, увидеть. Вот почему-то здесь больше какие-то такие чисто обстоятельства описываются именно в этих двух картах. Смотри, во-первых, там стихия Земли прослеживается. Стихия, во-первых, он вызывает какую-то земную элементаль. Вот, здесь явно вот шаман, который по стихии Земли работает, да, и тут на вот этой карте тоже земля. Возможно, что ты имеешь отношение к земляной какой-то стихии, вот, и, возможно, тебе есть смысл заморачиваться с изучением каменной магии, например. Вот, магии кристаллов там и всякого такого, вот, поизучай, вот, знаешь, ну, купи вот всяких книг про свойства камней, допустим. Я в свое время, кстати, изучал, очень заморачивался по камням, вот, я прям сидел, заморачивался, но, правда, эти знания, они уже несколько такие подзабытые. У меня есть книги, да, надо будет эти знания. Вот, ну, кстати, просто достаточно иметь книгу, чтобы этим пользоваться, не обязательно прям в мозгах хранить эти книги. Вот, да. Мне кажется, что тебе камни должны помочь, и вообще, знаешь, взаимодействие с деревьями, камнями, ну, в общем, стихия земли. Вот, тебе должна помочь, и плюс стихия ночи, то есть ты ночной, видишь, тут прям вот луна, вот, причем она, смотри-ка, она убывающая. На убывающую луну шаманит, то есть возможно, что ты все-таки тяготеешь к какой-то темной магии. Вот, но темная не темная, но то есть, возможно, тебе стоит пройти через какую-то вот эту темную инициацию, чтобы потом к чему-то... Ну, потому что ты сам, не пройдя темную инициацию, не познаешь светлую, блин. Наверное, так говорят карты. Вот, ну, у меня сегодня, говорю, я сегодня немножко не очень настроенный на гадание, видимо, нет, я могу хрень сказать. Не, нормально? Все очень даже хорошо, почему-то сейчас у тебя поток идет, по-моему, даже лучше, чем у меня. Что, правда, что да, ли? Реально, я сейчас слушаю тебя, понимаю, насколько ты все верно и правильно говоришь. А, ну вот я, видимо, ставлю под сомнение. А, у меня как раз руны такие, что они меня немножко заземляют, при этом я начинаю как-то вот пропускать через свой интерпретирующий аппарат это дело, и начинает как какие-то это самое, ну это все хуйня, мне надо просто, понимаете, я сейчас какой-то заземленный просто. Да. Ну, в принципе, все, наверное, так. Наверное, здесь убывающая, да, луна. Ага, ну да. Ну, больше здесь нечего сказать. Почему-то здесь достаточно не объемное. Ну, и сам вопрос, объемное, в принципе, довольно сложный. Да, и, необъемное как бы, да, толкование этих двух карт. Хотя я ожидала, что старшие арканы все-таки они... Ну, если, понимаете, если старшие арканы, это значит, что мы имеем дело, ну... с энергетически сильным человеком, да. То есть как минимум это говорит о том, что ну ты действительно на этом духовном своем пути куда-то туда идешь в любом случае. Вот. Оставь пока. Да, и давайте оставим карты, да. Вот. Ну что, давайте перейдем дальше к чтению чата, пока гадали, несколько народ туда сбежался.
Вот, ну ничего страшного, задонатили дофига, так что уж извините. Видите, к тем, кто донатит дофига, мы и, соответственно, и много внимания тратим. А, кстати говоря, Ольга, ты перед Новым годом ставила эксперимент. Ты довольна его исходом? А что за эксперимент? Я не помню. Я что-то тоже не помню. Напомни, пожалуйста, что за эксперимент? Мы не помним. Угу. А, мистер Дуч хитер в контексте отсеивания масс. Все эти загадки, как стать товарищем или знания, которыми он не разбрасывается, как прочие люди. А потому что, действительно, знаете, некоторые знания вот просто так нельзя транслировать. Вот нельзя. Даже я вот некоторые знания вам не рассказываю, потому что я понимаю, что люди без должной подготовки поймут эти знания как-то через жопу. Mm-hmm. Вот. Поэтому он правильно все делает, на самом деле, он очень правильно все делает. И я считаю, что надо следовать его примеру. Так что вот будет в Близзарде побольше народу, может, у нас тоже будут элитные закрытые стримы, где мы будем именно рассматривать какие-то вот действительно серьезные вот такие вещи там. Вот, но я не знаю, пока что это все так на уровне, может быть, это будет, а может и не будет, не знаю. В конце концов, я не знаю, я просто... Я не ставлю особо задачу кого-то тут учить какому-то тут высокодуховному ремеслу, да. Поэтому, да и вообще, короче, я сам не считаю, что я на каком-то таком уровне, чтобы кого-то вообще чему-то учить. Ну, ты зря так считаешь, мы с тобой недавно об этом говорили. Ну да. Что, ну, у нас просто, есть такая... Ну, потому что дело в том, что все, понимаете, я сам-то понимаю, какого я уровня, но народ, который смотрит, например, меня, он же потому меня и смотрит, что ниже меня уровнем, блин, по сути. Вот, наверное, так это происходит. Может быть, просто они в другой какой-то области. Тут опять же есть градация такая, что может быть в чем-то они, да, действительно ниже, в чем-то они, может быть, и выше. То есть нельзя говорить то, что вот все, кто нас смотрит, они обязательно какие-то там, не знаю, плохие. Да, ну плюс мы не ставим задачу все-таки делать, вот, иначе бы мы про старые тут не говорили вообще. Мы больше все-таки стараемся какой-то более-менее развлекательный контент. У нас тут болталка, флут, и разговоры вообще обо всем, на любые темы. Поэтому вот так вот. То есть у нас, если что-то и проскакивают, какие-то знания, то они проскакивают случайно совершенно, а не специально, не намеренно. Ну тут как поток уже идет, в какую сторону, вообще тут да. Непонятно. Что так что все зависит от ваших вопросов, по большей части. Да, задавайте интересные вопросы. Да, если вам кому-то надо выцепить какие-то сакральные знания по оккультизму, тому же самому, то... Мы их просто так не расскажем, и это надо задавать вопросы соответствующие, ну да? И еще додуматься до такого вопроса, чтобы действительно что-то выудить. А, я видел твои старые клипы, ты там реально толстенький. Да я толстенький был, да. А, доброе имя. Стрим фэншуйный сейчас, легкость пошла. Спасибо. Спасибо. А, привет, как относишься к творчеству группы Ёрш? Ой, блядь, этот Ёрш, я выступал на одной сцене с Ёршом. Ничего выдающегося себе не представляет. Это, блядь, тоже такая галимическая музыка для пьяных быдланов, которые в косухах, блядь. Вот это что. Меня он очень разочаровал, этот Ёрш. Много, блин, понтов. Не знаю. Ну песенки, блядь. Панки хой, блядь. Всегда бухой. Ни о чем, короче, хуйня. Мне не нравится. Керол Селкинс, привет. А почему старый петух? А обсуждали в начале стрима, посмотри потом. Я же не буду одно и то же говорить. А снег в апреле. Лизард, я хочу исполнить соло Пантеры на сосновой доске, используя шнур от кроссовка. А ты пробовал? Я не хочу вот этой хуйней вообще заниматься, жопу. Не пробовал. Horror Life. Я тебе нарезку сделаю, где горит, и скину тебе ВК. Хорошо, ты все поймешь, я сам не ожидал. Ну хорошо. Мне уже обидно, что хаос на меня гонит, честное слово, прям обидно. Ну да. А, мне все-таки интересно, что ты думаешь о моем стихотворении про Махоуна? Я его переименовал, кстати, чтобы так жестко не было, Данислав пишет. Стих про Махоуна. Давай я тебе в личку напишу, не хочу об этом говорить. Человек-лизардеец. У Лавкрафта было прекрасное стихотворение про бухло, которое он в одном из своих рассказов привел. Понятно. Бывает. Анонимный анонимус. Мне не нравятся мальчики типа Юлика, хоть я и гей. О. Ну да, и это сам, кстати, реальным геем
обычно как раз нравятся всякие, всякие качки, блядь. Так что вот эти геи, которые метросексуальны, они больше для девочек геи, короче. А, лизардица, а во сколько будет Михеев? Давно хотел это увидеть, не хотел... Понедельник вечер, анонс будет. Просто это надо еще с Михеевым договориться о точном времени, а пока мы не договорились. Судя по ответам карт Таро, мы с Георгием Победоносцем явно пойдем по одному пути, Данислав. Ну, вполне возможно, но хотя все равно, скорее всего, по-разному. Не бывает прям одинаковых путей. Угу. Что скажешь о канале «Свободу растениям»? Не видел. Какой самый тупой вопрос тарологу? Ой, на этих вопросах... Ой, это целый пласт. Это надо снимать видосы про самые тупые вопросы тарологу. У нас, кстати, почему-то, знаете, кстати, вот Сухов мне говорит, вот типа, вот ты гадаешь за деньги, да, это самое, вот, типа, так эти деньги, это фильтр от тупых вопросов, потому что я не хочу свои карты засирать тупыми вопросами, вот это что, потому что человек никогда не задонатит 108 рублей, вот даже 108 рублей для того, чтобы задать реально тупой вопрос из серии, блять, какого цвета на мне надеты трусики, блять. Вот, ну, вот это тупой вопрос к тарологу, вот действительно. Не то чтобы прям невозможно угадать, какого цвета трусики, но просто, блять, как будто бы, вот понимаете, вот эти вопросы, вот как, вот представьте, вот вопрос, какого цвета на мне трусики, да? Он же не имеет смысла, потому что и так, блядь, возьми да посмотри, какого цвета на тебе трусики, блядь. Для этого не надо обращаться к тарологу, например. Не, я помню, когда я работала в ауэр-камере, у нас там тарологи рядышком сидели. Иногда я там что-то слышала, что они, о чем они там с клиентами говорили. В общем, я помню, меня очень поразила одна женщина. Она ходила очень часто к тарологу, чуть ли там, не знаю, по несколько раз в неделю. У нее постоянно были куча тупых вопросов, чисто бытовых таких, которые для нее были очень мега важные. Вот, например, один из таких вот, можно сказать, из таких консультаций, которая длилась часа два. Она пришла, типа, да, что вот мы собираемся с дочерью ехать куда-то в Турцию, вот, нам какой лучше выбрать отель? Вот есть отель совсем супер люкс за 150 тысяч, а есть чуть похуже, там, за 130 тысяч. Вот, типа, за 150 тысяч там есть это, и это, в общем, типа, дочка хочет этот, а вот в этом этого нету, и она боится, это еще что... не самый тупой и она вопрос. Боится, что, типа, ей там будет некомфортно. Слушай, жить. Но это не тупой вопрос, потому что это вопрос выбора. Это вопрос выбора, это на самом деле нормальный вопрос, но просто... Понятно, что там примерно одно и то же, что там примерно одно и то же. Но понимаете, в чем дело? В одном отеле у вас может подстерегать реальная ебложопа, допустим, а в другом может... Не, ну она же не спрашивала, будет ли там ебложопа. Она конкретно спрашивала, типа, будет ли нам комфортно, потому что вот там есть какая-то... Это называется, фигня. Была бы там ебложопа или нет. Комфорт от ебложопы зависит. Да нет, зависит. Комфорт это не от того, что ты там, не знаю, будешь сидеть без света, без электричества, а то, что вот там есть какой-то, типа, столик такой специальный, там, не знаю, для педикюра, а вот здесь его нету. И что теперь, моя дочка переживет без этого столика неделю, там, не знаю. Да, ну если так, то это тупо, да. Вот реально. И вот таких вопросов она сидела, и я ебала мозг, и причем она ей уже сказала то, что вот, в принципе, оба варианта такие, ну, нормальные, но не будет такого прямо что-то особо хорошего, там какая-то будет проблема в поездке, вот, и типа как-то особо разницы не будет, что там, что там. И все равно она такая, ну, посмотрите еще раз, я не знаю, там, может быть, еще раз, еще. Такая, ну, какой мне выбрать отель вообще, потом вот это вот постоянно вот эти вот тупые, я уже даже не слушала там половину, но я услышала вот фрагмент вот этого всего, и дальше я в наушники уткнулась и думаю, бля, это невозможно просто выслушивать. ФСБ Москвы 12 рублей. Так, чего, Ярослав, мне не нравится, что вы такой грустный, а я не грустный. ФСБ Москвы, да, это самое. Не, ну на меня, видите, это самое, статью какой-то накатал ФСБ, я еще веселиться должен, ну, блядь. Я не то чтобы грустный, я это самое, просто несколько воинственный. Меня, я же говорю, вот эти руны, они действуют так, что, ну, ладно, я не буду это самое при ФСБ тут про руны говорить. Может, это слишком, такую штучку такую? Да, слишком это сакральные знания про руны. Действительно, надо меньше говорить про руны, да, наверное. Ну да.
поясни, пожалуйста, про черную, белую магию, про цвета магии, короче. Ну, а это тоже... то, вот сколько говоришь, а я вообще не врубаюсь, Михаил Селезнёв. Ну, грубо говоря, можно условиться вместе, это, в принципе, условность такая, но черная магия — это магия вредительства, блядь. Белая, условно, магия, наоборот, какой-то помощи, да? Но я сам стараюсь этой терминологией не пользоваться, потому что, как вы понимаете, что помоги одному, там, где ты поможешь одному, там ты не поможешь другому, как бы, все равно. Вот, поэтому на самом деле нет никакой ни черной магии, ни белой, есть просто магия. Вот, и вообще магия, она за пределами человеческого находится, если что. Вот, есть, наверное, есть смысл говорить про черное колдовство и белое колдовство, блин. Вот, и то это, блядь, тоже чистой воды условности для скудоумцев, на самом деле, как мне видится. Вот, а ты что думаешь по поводу белых, черных магий? Ну, я тоже здесь все-таки, да, склонна к тому, что, в принципе, энергия — это одна, по сути, но в какое русло ты ее направишь, это от тебя зависит. Либо ты будешь с помощью этой энергии помогать кому-то делать какие-то хорошие дела. Но, опять же, помощь тут разная бывает. Для кого-то, например, считается то, что ты помог, если ты приворожил там другого человека на силу, то есть забрал его волю. И кто-то считает, что это нормально, что это белая магия, хотя это нифига не белая магия. Да, можно сказать, наверное, так, что черное колдовство — это колдовство, которое влияет на волю человека. То есть искусственно, насильно берем до воли человека. Ну, не только на волю, она может влиять вообще на здоровье, на какие-то жизненные обстоятельства. Ну, это на самом деле всегда влияние на волю, то есть через что-то еще, то есть на более высокий уровень абстракции поднимись, ты поймешь, что это влияние на волю. А на что еще-то? Нет, если, например, как-то сделать то, что наслать на человека реально каких-то там врагов, каких-то там, не знаю, проблем, то что. А это влияние на волю врагов. Потому что, чтобы наслать на человека врагов, это надо сделать так, чтобы у врагов начал какой-то голос в голове говорить, что надо, короче, вот этого человека что-то с ним сделать, короче. Вот это что такое. Ну, да. Поэтому это всегда влияние на волю. Вот. Но, блядь, учитывая то, что любая магия — это влияние на волю, даже, блядь, белая магия — это все равно как минимум на свою собственную волю. Вот, и все равно ты через волю все делаешь. Ну, так что, блядь, вот и то же самое. Вот знаешь, вот можно, допустим, магия избавления от тех же инсектоидов, да? Вот, вот, допустим, берем человека, да, какого-нибудь, которого инсектоиды поработили, да, и, казалось бы, мы делаем белый ритуал очищения от вредителей, да, но это, блядь, для вредителей-то хуёво. Поэтому для них это черное, блядь, а для человека белое. Вот, блядь, вы понимаете, это самое, ну, некорректное вообще, в принципе, мне кажется, хуйня. Вот, ну, вполне возможно, что я в чем-то ошибаюсь, потому что, ну, не знаю, короче, могу быть неправ, наверное. Помню, Дущий вроде говорил, что магия не делится на светлую и темную. Ну да. И вообще, я, если говорить, это самое, вы не путайте магию и колдовство. Тоже это важно. Снег в апреле. Я так понимаю, это Ксардес, что ли, или что? Он все про Ксардес и пишет. Так жалко Ксардеса, однако умер молодой мучительной смертью, пока дал дурь через бонг, используя свой анус. Ну да, в стиле Ксардеса написано. Я не знаю, что с ним случилось, с Ксардесом. Лизардиец. Давно не было стримов съездов компартии Лизардии. Что это за такие стримы, съезды? Да, это были такие, но ничего там особенного не было. Это были, по сути, те же самые стримы, просто они назывались съезд компартии. Вот. Лизард. Да, Лизард против известных личностей. Чем тебе популярность-то не нравится? Лизардиец Зорин и Бучинквизитор спрашивает. Я, по-моему, это самое рассказал сегодня об этом достаточно, но хорошо, я повторюсь для Зорина, что, да, блядь, я не то чтобы, знаете, вот сейчас на старые с какой-то ненавистью, там, злостью, я просто так, ну понимаете, ну вот, не знаю, в моем понимании этот старый — это неодушевленный предмет. О, спасибо. О, спасибо. Да. Чего бы не взять, не попинать камешек. Спасибо. Напишу я на событие. В личку отписался. Спасибо. Вот, потом после стрима посмотрим, что ты там, это самое. Наверное, еще погадать нас попросил, но это лучше действительно после стрима будет сделать, да. Спасибо, Георгий Победоносец, за 200 рублей с сердечком. Спасибо тебе большое.
Вот, и что я говорил-то? Не, ну я просто говорил о том, что на каком принципе построена популярность. То есть для того, чтобы быть популярным, это надо сидеть в тренде инсектоидов, грубо говоря, работать. И сидеть рассказывать хуйню, которая заходит с кудаунцем. Вот, и поэтому мне даже того же самого старого даже жалко, потому что ему же приходится на этой волне с скудоумцами как-то работать, вот, и подстраиваться под эту тупорылую аудиторию. Вот, и знаете, если вы думаете, что, вот, знаете, я когда-то думал такое, когда начинал блог вести, да, я думал, что вот стану популярным блогером, буду сидеть, короче говоря, тут управлять толпой, блядь, свое мнение какое-то людям, не знаю, транслировать, они потом будут это самое, как-то, о, спасибо, Александр Георгиевич, за 30 рублей, да, да. Так вот, я думал раньше, что это работает так, что вот ты становишься популярным, вот, и дальше ты можешь вертеть реальность на своем хую, как-то влиять на эту реальность. Нихуя! На это работает строго наоборот. То есть для того, чтобы вот тому же старею оставаться на плаву, это ему надо сидеть и дальше рассказывать хуйню, с которой соглашается аудитория. Потому что если он внезапно начнет делать, вот сидеть и рассказывать про инсектоидов, например, да, он внезапно начнет, это сразу волна отписок нахуй. Сразу, блядь, сразу у него будет там не по 20 тысяч просмотров на видосе, сколько, да, он там набирает, это сразу вот как у меня будет, так, короче. Так что он невольник своего положения. Он, блядь, заложник своей собственной популярности, понимаете? И я вот это вот к этому пониманию пришел. Поэтому, вот, но это в принципе вообще вот у инсектоидов такая проблема, что как бы эта популярность достигается за счет вот этого рабства, работание на систему, по сути. Это, да, ничем не отличается от того, чтобы ходить на, да, в офис, блядь, наработку, короче. Просто он не ходит в офис на работу, он снимает видосики, блядь. Вот. И уровень его свободы, вот, минимален. То есть уровень его свободы. Вот сидеть, рассказывать про какие-то паблики, блядь, что там он снимает, да? Вот, хуйню, как он там девушкой прикидывался, да? Или же снимать хуйню, как он прикидывался педиком, там, грубо говоря, да, вот и весь уровень его свободы, понимаете? Мне даже жалко, блядь, его, на самом деле, вот честно, жалко, блядь. Поэтому, наверное, следует, я не знаю, вот меня реально вот ёбнуло от этой руны, вот реально вот из Нагвали пришло вот то, что вообще с нихуя просто вот про него с ним сделать, да. Вот, ну, наверное, тоже какой-то духовный посыл для него, что, блядь, он, блядь, раб своего блога, блядь. Да, Керлс Элкинс, как раз, походу, тебе ответили про старые, вот он пишет, Лизард, стрим нельзя помотать назад, это прямой эфир, расскажи вкратце. А, ну, рассказал, ну, потом записи посмотрите, я перезалью все равно стрим на элитку. Кстати, подписывайтесь на элитный канал, там записи стримов выкладываются сейчас, вот, то есть элитный канал превратился в архив со стримами, короче. Всемогущий Морган, как относится к фильму «Мертвец»? Не видел. Это с Джонни Деппом, что ли? Или я что-то путаю? Я не видел. Ну вот я смотрела, если это именно про этот фильм. В принципе, ну не знаю. Я смотрела несколько лет назад, не сказать, что что-то сильно выдающееся, по-моему, у него намного лучше были фильмы, но в то же время какая-то есть такая, ну, философия, там что-то такое есть, но у меня как-то именно на том периоде моей жизни, прямо не сказать, что как-то какие-то откровения пошли, может быть, я что-то не помню. Не знаю, я никогда не испытывал к Джонни Деппу какого-то благоговения, просто потому что он Джонни Депп. Актер, как бы, это самое, так что я не смотрю фильмы по принципу, вот играет какой-то актер, значит, надо все фильмы с этим актером смотреть, блядь. Да, Александр Геогади спрашивает, у Лизардийца Зорина и бывшего Инквизитора, мне любопытно, как ты стал модером у Махоуна с таким ником, действительно. Удивительно, да. Тупой вопрос к тарологу. А эти карты работают? Ну да уж, это... Да, проверить, это самое, да, вопрос к тарологу. Работают ли карты, да? Вот тоже тупой вопрос к тарологу. Мистер Раптор, меня у Махована сразу банили. О, SMD55, 150 рублей, спасибо. Лиза, привет. Прошу погадать на принадлежность к стихии. То есть, карты, чем пошли. Мне учиться работать. Спасибо. Отличный вопрос. Так, что там еще? Надо посмотреть о SMD55. Вопрос, на какой стихии он относится. Вот. Кстати, это, мне кажется, на Таро
шаманов. Конечно, да, шаманы. Да, определенно, ну... шаманы. Там потому что даже разделение по стихиям есть. Ну, в принципе, в обычных Таро тоже есть, но здесь как-то оно более глубоко и более на шаманическом уровне по стихиям. Так что да, мы сейчас посмотрим, то есть и с чем ему лучше работать. Значит, СМД 55. Сейчас мы погадаем, уж извините, все остальные... Ну, я процесс думаю, гадания. В чем-то это такое, интересно, да. Я думаю, почему я бы надеюсь, нет. Я надеюсь, что интересно, да. Особенно все-таки шаманы, они такие говорящие, такие образные карты, которые прям очень более близки мне стали, чем многие другие колоды сейчас. Значит, так. Значит, какая у тебя стихия СМД 55 и с чем тебе следует работать, с какими стихиями, с какими вещами, в каком направлении двигаться, значит, да. Какие стихии. Так, уже что-то вываливается, посмотрим. Первая карта. Так, о, отлично, отлично. Сейчас, пока не буду комментировать. Угу. О, офигеть, у тебя тоже выпала карта «Мир». Как у Георгия Победоносца. Очень странно то, что она была тоже сегодня второй раз это уже. Старший аркан. Старший аркан мощный. А первая карта, которая сама вывалилась, это туз бубнов. Что можно сказать об этой карте? Ну, во-первых, смотрите, здесь нарисован такой большой бубен на фоне леса. Это уже говорит о том, что твоя стихия связана, да, естественно, с какими-то очень природными силами, с лесом, то есть с природой. Любая стихия — это да, но это сила. Больше вот именно такой вот лес, то есть, так, я бы сказала, более одушевленные. Именно есть же такая вот магия... Ну, погоди, ты посмотри прям по символизму бубна, это какая стихия? Сейчас, я до этого тоже доберусь, но вот что конкретно я вижу из символизма здесь, то, что это тебе очень по фэншую работать именно в лесу, на природе, на таких открытых местности. Нормальные шаманы, они работают в лесу вообще. Ну почему? Можно и дома работать, но это прям вообще вот лес. Это ты привык, что у тебя только лес? Да нет, у меня не только лес. Так, бубны, это пентакли. Пентакли вообще это энергия земли, то есть, ну правильно, я сказала то, что это, да, я тоже земляная подумал про землю, стихия. Да. И есть... тем более и выпала, собственно, земля. Да. Земная стихия. Земная, да. Но земная, она также немножко и водная, на самом деле. Не, ну здесь больше, конечно, все-таки... На земле еще и вода в наличии, как бы, и вода... Вернее, и земля, она на сколько-то там процентов состоит из воды, так что мне кажется, что это все-таки земля плюс вода. Мне так видится. Но больше доминирует земная магия. Ага, ну, во-первых, здесь говорится о том, что ты обладатель огромного потенциала возможностей и способностей. Уже хорошее начало. Ну, иначе бы человек не задавал такой вопрос, на самом деле. Действительно, сам по себе вопрос говорит о том, что он заморачивается с таким. Офигеть, я прямо четко сказала, охренеть. В помощь шаману. Также стопроцентный результат даст обрядовая магия на лоне природы. Ага. Реальная готовность бойца и шамана – обязательное условие обряда. То есть, ну вот, именно обрядовая магия на лоне природы. То есть, все, что связано с природой, именно чаще всего тебе нужно там вот именно как-то взаимодействовать с природой, со стихиями. То есть, ну это, да, больше земляная. Так что благостный по фэншую – ходить в походы, просто так выбираться в лес, там, жечь костер, желательно в одиночестве, кстати, да, поработать с этим, вот, тоже. И благополучие, творческое просветление, обещание силы духа и крепости тела, позволяющие добиться успеха. Эта карта считается лучшей для жизни картой в колоде. То есть, ну, опять же, это говорит о том, что у тебя сильные как раз вот эти вот земные энергии, что Муладхара, то есть нижняя чакра, вот именно хорошая, крепкая вот сила, то есть физическая сила, сила духа, крепость тела, то есть ты вот именно такой достаточно сильный в этом плане, то, что у тебя хорошие... А это значит, что взаимодействие с деревом, земные... с И да, обязательно, да. Не вдаваясь в метафизические поиски истинного счастья, он обещает благополучие, этот аркан, процветание, приумножение всего этого благолепия как в ближайшем, так и в отдаленном будущем. То есть это хороший аркан, и опять же, здесь ничего плохого. И, кстати, плохого. Взаимодействие с рунами должно быть тебе очень по фэншую, да. Потому что
Это вообще очень такое, как бы, там даже видишь какие-то такие вот символы, знаки, да, то есть, да, опять же, с каким-то символизмом работать. Я могу тебе посоветовать, знаешь, что сделать? Пойти и скрафтить, вот как я сделал, найти в лесу фэншуйную палочку, вот, именно фэншуйную, то есть, чтобы она сама к тебе пришла, и сделать это самый рунный этот футарк, значит. Вот, ну, почитай, как это делается, в интернете полно статей, то есть, я могу сказать, как я это сделал, вот, то есть, пойди в лес, выключи внутренний диалог, и ходи в этом лесу, пока ты просто не найдешь хорошую палку, вот, именно что не срубай эту палку даже, вот, помнишь, Иван Александр сказал, да, что надо срубать, но я вот не срубал. Вот, лучше, чтобы она сама к тебе пришла, и даже так, приди, вот, знаешь, как сделай, пойди в лес, и скажи, лес, я хочу сделать руны, короче говоря, вот, дай мне, пожалуйста, палку для этого дела, вот, и выключаешь внутренний диалог и ходишь просто в хаотичном порядке, вот как ходишь, вот просто по лесу, вот, бля, куда фэншуй идет, куда глаза смотрят, идешь, и пока ты не увидишь ту самую палку, потом эту палку возьми, покрути ее, и почувствую, вот много ли в ней силы, да, потому что я когда покрутил, и проверь, чтобы она была крепкая, хорошая, да, вот, покрути ее, что-нибудь с ней поделай, если ты убедишься, что палка крепкая, она, постучи ей по земле, допустим, вот если она не сломалась, вот, если тебе вообще по фэншую с палкой вот этой уходить, вот взаимодействовать, значит, это та самая палка, вот, потом сходи, руны изготовь, это сам выжигателем там или гвоздем как-нибудь, ну, дальше прояви фантазию, сделай руны, вот, и занимайся практикой с рунами там дальше, вот, я не знаю, можешь мне потом написать, я тебе скажу, что это, в принципе, с этим делать. Вот, я думаю, что у меня это работает, значит, и у всех остальных сработает, в принципе, вот. А, господа, разве матюки не портят кармическое состояние? Не мне портит. Всегда казалось, что мат — это концентрированная агрессия. Нет, не портит, это хуйня полная. Нет, я с тобой не очень здесь согласна. В принципе, да, мат, есть такая штука, что все-таки он несет в себе какой-то негативный заряд, негативную энергетику. Но... Потому что эгрегор инсектоидов засрал эту систему. Но... Само по себе это ничего не значит. Нет, ну как бы смотря что, вот у нас это чисто автоматизмы иногда проскакивают такие, ну, да, это не особо это хорошая привычка, эгрегора. Я считаю. Это влияние эгрегора, потому что, знаете ли, вот всякие типа гопники матерятся, и типа мы уподавливаемся гопникам, mm-hmm. когда ругаемся типа матом, да, но на самом деле это некорректно, потому что мне кажется, что все-таки некорректно это. Ну, Дуча с Моптюком вон ругаются, и все у них нормально, блин. Мат отпугивает темных сущностей. Ну... Ну, они тоже не очень корректно. Мне кажется, он не имеет никакого особого влияния вот такого в обыденном смысле. Потому что вон мы ругаемся, вон материмся, и что-то у нас все равно и нас инсектоиды атакуют вполне. Так что мне кажется, что это просто как имеет довольно мало влияния, мне кажется. Но могу быть неправ, не знаю. Как, это мое мнение. Как понять темных сущностей? Что за метафизический расизм, сущностизм? Ну вот сущности, которые хотят тебя захавать, да. и причинить тебе какой-то ущерб, вот они хуевые, короче. Да, есть духи-союзники, светлые сущности, которые могут тебе помогать, могут тебе как-то давать какие-то озарения, да, давать какую-то помощь, поддержку, силу. Да, это светлые духи. Это, кстати, у Кастанеды прекрасно описано, вот эти поиски духов-союзников, это все там в наличии, почитайте Кастанеду. А лизардиец Зорин и бывший инквизитор, так что я теперь посол лизардии в Махонляндии. Интересно. А, ну раз ты посол, вон скажи Махону, что он меня на стрим позвал, а и что, куда? Просто это сам, пусть зовет. Снег в апреле, да, это походу к Сардес. Никого, кроме Геогади, не узнаю, где все старые. А у нас это самое... О, отряды Путина к нам зашли, а что они... Да, они давно уже зашли. А что они там написали? Ничего интересного не пишут. А что их удаляют, а это самое... Уже полчаса слушаю, интересно, отряды Путина, это сам давно снял. А, видимо, про старые, потому что это самое сделали. Они как-то со старым взаимодействуют, потому что... А, я понял, старые пиарит отряды Путина активно, вот, постоянно. У него уже какой-то из видосов крайне... Да, мне кажется, этих отрядов Путина миллион на Ютубе. Просто любой дурак, кто насмотрелся старые, берет себе такой ник, и все, для Стёба. Да.
приворот это какая-то задница. Я никогда не понимала, зачем. Разве хорошо, значит, что твоя любовь с тобой не по доброй воле. Да, абсолютно согласна, Анна М. А, вот я тоже это не понимаю, зачем это надо. Хотя просто, да, иногда от безысходности люди просто с ума сходят и думают, что вот человек это смысл всей жизни, и что без него жизнь невозможна. Тогда вот я сделаю все, что угодно, чтобы он был со мной. И им вообще не важно, будет ему хорошо, плохо, там вообще что это, добрая воля, недобрая воля, все равно они вот просто упираются, для них человек просто становится наркотиком, без которого невозможно жить, без которого ломка, страдания и просто ад. Но это на самом деле все такое, то, что можно очень быстро в себе побороть и изжить, если человек достаточно осознанный, если он высокодуховен и развит, для того, чтобы понять, что на одном каком-то даже самом офигенном человеке жизнь не заканчивается. И если вот он тебе сейчас послан с таким именно контекстом, то, что вот он тебе не дается, значит, это нужно для чего-то, значит, это нужно для твоего опыта развития духовного роста. Просто нужно принять ситуацию, как бы не было там больно, сложно, взять, принять ситуацию, отпустить это все и пожелать этому человеку счастья. Просто если ты его действительно искренне любишь, то ты должен просто именно пожелать ему счастья. Пусть он будет с другим человеком счастлив, чем он будет несчастлив с тобой. И в любом случае все эти привороты рано или поздно заканчиваются, да, трагически. Поэтому, кстати, вот про битву экстрасенсов и вот этот фильм «Идущий к черту» вот снимали, да, херню? Что типа вот привороты, отвороты. Действительно, это такая магия, которая, это единоразово может и сработает, а потом ебложопа, блядь, случится. Потому что это как раз чернуха, блядь. Вот, хуйня это полная. Это не советую этой хуйней вообще заниматься. Лиза, ты был в Казани? Не, я не был в Казани. О, спасибо за Назинок. Слава Лизарди, чуваки, в натуре. Спасибо за 50 рублей, Вазинок. Спасибо тебе, дорогой Вазинок. Мода на педиковатых мальчиков пошла от трэша, плюс вся эта научпоперность. От него пошла? Я сильно в этом сомневаюсь. Нет, пошла от трэша. И не от смеш трэша, я думаю, а вообще от... Может быть от трэша, не знаю. Ну, знаете, трэш-смеш, он не такой уж педиковатый, если его с Юликом сравнивать. Почему это? Не знаю. Ничего, я не знаю, а чего в нем такого? Не, я бы сказала, что больше Юлик, он больше такой, прямо гламурный. Да он прям вообще гламурная пизда, блядь, тупая. Да, вот, тупая. Он именно Юлик, вот надо снять видос, это самое, заголовок. Юлик, тупая пизда, блядь. Вот, кому надо, вот это самое, старые, это смотришь, блядь, вот тебе заголовок охуенный придумал, вот, зайдет охуенно. Правда, он, наверное, не пойдет залупаться на Юлика, это же его духовный брат, блядь. А черное не то, что влияет на волю, черное это то, что загрязняет твою карму, но даже загрязнение кармы исходит из веры, ибо плохое может случиться лишь на то, ты что лизардиец пишет? Да, на я уже, блядь, я вот не вижу отсюда, кто пишет, я уже знаю, кто это пишет. Да, ну да, лизардиец, я даже не знаю, что здесь ответить. А черное... Он просто это метафизическую оппозицию составляет мне какую-то постоянно, лишь бы мне перечить называется. Лишь кто бы говорить нас, все не так, как я говорю, а да. А кто у нас лизардеец по званию? Ну, он у нас один из брахманов, но вот он, в принципе, важную функцию выполняет, он такой, это самое, нигилист лизардический, ну да. Ну, правда, я что-то даже не понял, что он сказал, вот, и мне иногда становится как-то лень разбираться в том, что он говорит, вот. Что уже очень давно с лизардийцем взаимодействуем, и что я уже научился вот в потоке общего чата вычленять вот просто так на ходу его сообщения, несмотря в чат даже, кто написал там, что написал. Владимир Дворов. Раньше, в конце 15-го и 16-го, старые делал хороший, качественный, интересный контент. В чем это выражалось? Но после интересно. Он постепенно скатился в ёбную политику, однообразную хуйню. Он просто абсолютный мудак. Абсолютный. Я думаю, если посмотреть, что он делал в 15-м году, то там не сильно дофига разницы будет. Ну, надо заценить даже для... Да, мне даже интересно, да, стало. Нет, я не буду сейчас этим заниматься, но что-то у меня есть ощущение, что принципиальной разницы мы там не увидим. Ну, просто меньше мелькающих картинок мы увидим, наверное. А так по дискурсу вряд ли он там что-то великую мудрость какую-то рассказывает, блядь. А, Зигфрид. Привет, Зигфрид. А знаете, я ведь сам карты Таро делал, и ведь работали. Вот это, кстати, отличная практика самому. Кстати, делать карты, делать руны, делать любые вот такие магические приемы, они, если их делаешь самостоятельно, они лучше работают,
Вот, причем из какого бы говна ты их не сделал. Я думаю, возможно, в ближайшее время дойдет у меня руки и силы. Вот я сейчас пока еще не созрела, но я давно об этом думала, что нарисовать свои собственные карты. Да, вот, если бы я умел рисовать, я бы свои лизардические карты бы сделал. Ну вот, возможно, вместе посидим и порисуем что-то такое. Можно лизардическую колоду сделать, кстати. Потом же у нас много сейчас проектов, потом может даже ее и как-то... Я думаю, можно реально нарисовать, но это надо очень хорошо... Мне кажется, это надо в фотошопе нарисовать или хотя бы эскизы нарисовать на бумаге, а потом их перерисовать в хорошем high-definition, чтобы потом распечатать, и прям можно было делать колоды и продавать. Зачем сразу фотошоп? Почему нельзя просто нарисовать эскизы, отнести их там... типографию, где сделают карты. Ну, может быть, и можно, я не знаю. Зачем заморачиваться с фотошопом, если сканы делать, да, вот сканы сделать, в принципе, можно. Просто надо в high-definition отсканить хорошенько, и то есть это рисовать... Не, я думаю, они там, это как бы в издательстве-то умеют, отсканят они... Мне кажется, надо рисовать, причем не на маленьких картах, а вот прям на полотне нормально. Не, ну не на огромном полотне, но хотя бы А4. Ну, А4, да, то есть каждую карту нарисовать в А4 нормальными красками, чтобы потом это отсканить, и можно было потом обработать в фотошопе и напечатать на нормальной хорошей бумаге. Да. И мне кажется, такую колоду можно будет даже продавать лизардийцам. Конечно, да. Вот, ну, только обкатать ее как следует, и это самое. Вот. Ну только это, конечно, ебанистически сложно свою колоду делать. Я даже не знаю, как. Но это не за один день делается, понимаешь? Это может длиться и несколько месяцев, полгода. То есть вот тебя торкнула сейчас одна карта. Ты сначала вот сидишь, медитируешь, и, например, на какой-то один аркан. И тут он вот тебе пришел, и ты взял его, нарисовал. Может быть, даже не за один день, может быть, за несколько дней сидел его, рисовал. Потом через какое-то время ты там медитируешь. Ну а как все равно сделать так, чтобы там как-то все-таки общий символизм сохранялся, чтобы карты взаимодействовали с друг с другом нормально, а то ты там какой-то ебложопа Или как, по какому принципу это делается, я не знаю. Ну как, ничего такого сложного, то есть примерно все в одном стиле, да, более-менее, в какой-то одной тематике, но не обязательно, что они прямо все будут полностью соответствовать классическим колодам, для этого они именно и авторские, поэтому там можно любой символизм закладывать, но здесь именно важно изучить символику, то есть здесь нужно понимать, что, например, вот если ты рисуешь дерево, что это не просто для красоты ты его рисуешь, а с каким-то именно символизмом, что другой человек потом посмотрит и возьмет именно те знания, которые ты хотел в это вложить. Но для этого еще нужно будет описание, естественно, свое написать для каждой карты. То есть... Ага, это описание из Нагвали там сидеть, медитировать. Ну а что сложного-то? Это энергозатратно. Это энергозатратно, это я бы сказал, что это действительно в натуре сложно. Это, конечно, сложнее даже, чем сайт написать. Это сложнее, чем вообще чего угодно сделать, мне кажется. Ну, ничего угодно, да нет, на самом деле ты переоцениваешь. Для меня это не так уж и сложно, но я понимаю, что этот процесс займет не неделю, не месяц, а, скорее всего, полгода. Мне кажется, даже кольца и ювелирку делать проще, чем это делать. Ну... Потому что почему Дуч этим не занимается, вот, казалось бы, мне кажется, что Дуч мог бы... О, спасибо! Так, 25 рублей, SMD65. Сначала изучать руны и свойства металлов и камней. Благодарю за гадание. Как раз начал изучать руны и свойства металлов и камней. Благодарю за гадание. Спасибо, SMD55, за 25 рублей сердечком. Спасибо. Вот видите, это самое. Мы пользу приносим. Ставьте благочестивые лайки, крошки вселенной. Да, все это верно говоришь. Ставьте лайки, не забывайте. Делитесь трансляцией ВКонтакте, там, да, угодно. Анна М. Мне интересно, и когда для других гадаете? Ну, здорово, здорово. Черные дыры – это куски в пространстве, которые ведут в истинную пустоту, которая через эти дыры распространяет мысли на реальный мир. Из них выходили и выходят боги. Это лизардийцы. Конечно. Ты вообще экстрасенс. Да, я это сам. Как помнишь, сегодня мы жарили бургеры, в общем. Да. Я такая, только я подумала сказать тебе пожарь булочки сначала, перед тем, как котлеты жарить. Я только об этом подумала, и ты говоришь, да, я помню про булочки. Да. Вообще просто. Ну, я это сам, вы вот думаете, я прикалываюсь, что я это самое, шаман ясновидящий. Я это самое, вот сразу вижу, короче. Да. А вот сегодня все хорошие расклады. Ну, вроде бы да.
черные дыры — это не совсем дыры, это четырехмерное пространство. Очень опрометчиво их назвали дырами. Ну, я не знаю про черные дыры особо ничего. Мне кажется, что черные дыры — это солнце мира Нави. Вот, не просто так. Вот помните, мы с Суховым тогда про черное солнце говорили, и вот у меня черное солнце — это и есть как раз черная дыра. Вот, по сути. То есть это звезда, которая наоборот работает, короче. То есть что это? Это черное солнце. Жаль, не все понимаю, но прикольные отряды Путина. Ну, посидите, отряды Путина у нас побольше, и может мы и Путина у вас с инсектоидами со временем мы изгоним из организма заодно. Хотя, я не знаю, отряды Путина — это да. Надо сделать канал отряда Лизер, да? Да. Не, лучше не надо, а то вы будете там полный пиздец делать и дискредитировать на светлое имя Лизарди. Михаил Селезнев. Первый раз, когда зашел, подумал, что за шизик тут сидит, про магию какую-то рассказывает. А потом больше слушал и понял, что многие вещи соотносятся с моим жизненным опытом. И что парень дело говорит. Ну вот именно, что вообще секрет наших стримов, да, вот первая реакция человека на любой мой контент, да, вот человек смотрит, ой, какой-то ебанатик, да, вот, а потом вот так посидит, вот я рекомендую вот хотя бы посидеть, вот, ну хотя бы, не знаю, хотя бы, ну хотя бы 3-4 ролика посмотрите, хотя бы 40 минут на стриме посидите, тогда сделать более-менее такое вот мнение об этом. И если это совсем уж вызывает отторжение, то человек тут, наверное, надолго не останется. А это вообще главная проблема людей, которые на мой канал попадают. Они, мы же видели статистику моих видосов. Люди, они закрывают видосы, посмотрев, блин, 2 минуты. И это хорошо, если 2 минуты. Вот даже видос про этого самого, про митинг, я посмотрел сегодня видос про митинг, вот на 200 тысяч зашел с хреном, да? Знаешь, какой там средний просмотр? 2 минуты. То есть люди даже до конца, сука, не досматривают. Они просто посмотрели и такие, да, блядь, блядь, это сам, мы здесь улазь, блядь, Навальный, блядь, ла-ла-ла-ла-ла-ла. То есть им даже, они дальше заголовка вообще нихуя не смотрят, все. Скудоумцы, блядь. Вот, ну вот называется, я этим видосом про митинг доказал, что я могу делать контент для скудоумцев, но не хочу, блядь, потому что я не хочу становиться в итоге рабом скудоумцев. Вот, как старый. Александр Лопаткин. Уснул в наушниках, ходил во сне и слушал стрим, проснулся и написал. Прикольно. Ну это нормально, да. Можно, кстати, засыпать под наши стримы, вообще фэншуй нормально. Стримы — это дело такое, да. В смысле не такой пиздиковатый? Ничего, что он в щелках в Инстаграм фотки выкладывает с подписью? А, ну если ты еще и смотришь, что он в Инстаграм выкладывает, ну тогда, блядь, я не знаю, я не настолько специалист по трэш-шмешу, чтобы копаться там в его Инстаграме, знаете. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм, чуваки, там интересно. Там это сам не такое говно, как у трэш-шмеш. Трэш-смеш — самый гомогейский гомогей на Ютубе. Удивлен, что его нет на доске позора отрядов. Да, Теды Путина, трэш-смеша туда поместите, вот это самое. Он, блядь, это самое, пропагандирует, это самое, пидорастию, блядь. Вот, снимите про это видос, по-моему, это благостный. Вот вам идея, короче говоря. Да, плахти, пока. А трэш-смеш, типа, пропагандон шиза дискурс или метроист, или все вместе? Ой, блядь, да я даже не знаю, он сидит, не знаю, мне кажется, он такой же вот просто раб скудоумцев и сидит просто рассказывает, что лучше заходить скудоумцем, вот и все. Хотя то, что он рассказывал там про вот эту всякую, да, гомогейскую хуйню, я уж не знаю. Ну, я не знаю, я просто настолько не копался в трэш-смэше. Мне, кстати, когда-то старые видосы трэш-смэша, старые, когда он еще с длинными волосами вот ходил, ну, знаете, да, вот тогда. Нравились, вот да. Тогда он еще какой-то вот. Я даже посмотрел, он еще какой-то нормальный был. То есть, а потом он что-то реально его инсектоиды пожрали. Кстати, знаешь, вот именно с трэш-смэша началось мое сидение на Ютубе, можно так сказать. Я помню, был период. Я вообще раньше не смотрела Ютуб и не знала вообще никого из блогеров абсолютно.
И, по-моему, году в 16-м что-то я вроде болела, лежала дома, мне делать было нечего, что-то фильмы не хотелось смотреть. И там в конфе одна девчонка скинула какой-то видос трэш-смеша. А я такая, ну, думаю, ну, заценю, в общем. Кстати, по-моему, про какую-то нарко вот эту хуйню. Да, вот это вот его про нарко-хуйню у него отличный видос. Вот это, вот, знаете, вот он про нарко-хуйню, это самое, догма наркополитики, я даже не помню название. Вот это, блядь, вообще, блядь, 10 фэншуйных монеток из 6 в натуре. Лучше не сделаешь даже. Да, но при том, что он снимает вот, вот такой контент, да, вот, он при этом дальше стал это самое откровенно на инсектоидах работать. И вот сейчас духовные откровения от Морал пойдут. И я вот, действительно, это был первый блогер, которого я заценила, и он, и вот посмотрела этот первый видос, начала смотреть остальные его видосы, и меня даже он так вдохновил, что я его нарисовала. Вы прикиньте, у меня есть рисунок трэш-смеша, блин. Нихуя себе, хотя какие он, откровения, да, блин. Хотя он не получился у меня похожим на себя, он получился больше такой. Ты, видимо, не его и нарисовала. Да, просто. Он какой-то более, еще более пятиковатый у меня получился, какой-то вообще на девочку какой-то похож, но такое, я не знаю, там я выразила какие-то свои такие, не знаю, лично свои эмоции, я даже не его рисовала, просто взяла прототип, так сказать, с него, а в то же время вложила там какие-то свои личные подсознательные мысли. Да, так, я пойду пописываю. Так, да, всем доброй ночи. На некоторые мои комментарии, да, так просто чего-то не скажешь в расслабленном потоке. Надо сесть, очистить организм от мыслей, войти в поток знаний, осознать мудрость каждой буквы. Ну да, Лизардит, согласна, я тоже вот так в потоке стрима. Лизард уже говорит, из сортира чувствует, что это Лизардиец пишет. Как сильна ваша связь, на самом деле, да. Действительно, что просто так ничего не скажешь в расслабленном потоке, очистить мысли, сесть и подумать. Ну, это да, это в потоке стрима очень сложно в это вникать и очень долго, честно говоря. Просто если мы сейчас будем сидеть и об этом думать, это мы зависнем на 10 минут просто на каждом твоем вопросе. Ну, не на 10, но на 5, ладно. Но все равно мы стараемся просто сильно не отставать от чата, чтобы никто не скучал. А вот, поэтому, да. А, Лизардиец, а нельзя для создания Таро друга Фауста запрячь? Ты что, не видел начало стрима или как? Фауста для Таро? Каким раком? Ну, типа он психолог, он, видимо, это имеет в виду, то, что он там какие-то... Да какой это самое, он же считает карты Таро какой-то антинаукой, блядь, и это самое, шарлатанство. Плюс художник. Да. Не, ну, как бы... Ну, он, кстати, это странно, очень... если он, во-первых, не психолог, а психиатр, поэтому ну, это самое, если бы он был психологом, не, он как раз может быть... тоже изучал, наверное. Наверное, ну, слушай, если бы он лояльно относился к картам Таро, он бы не рассказывал про то, что это хуйня. Он мне же говорил о том, что вот, ты гадаешь на картах Таро, а ты, блядь, это самое... Он, ну, у нас была как-то переписка с ним, что это самое... Положи эту крышку. Да. А, так что нет, он... Это все равно Махоуна попросить Таро сделать, так что это, блядь, ну, да. Вообще не... Хотя, ведь Таро, они, в принципе, с психологической стороны работают. Вот у меня да даже работает. Моя это любимая книжка, моя любимая книжка по Таро, она именно написана психологом по образованию, то есть у него там несколько образований, он лингвист, то есть переводчик. Да, и... только научники его считают мудаком, скорее всего. Нет, ну не факт, нет. Не знаю, что кто там его считает, но он именно по образованию, у него, насколько я знаю, 2 или 3 образования. А первое лингвистическое... А, по-моему, 3 образования. То есть лингвистическое, педагогическое и психологическое. То есть вот какой-то вообще там просто задрот по науке. Вот он как раз и по Таро написал очень замечательные книжки, где подошел со всех вот этих 3 точек зрения. То есть психологическое, педагогическое и лингвистическое. То есть очень так объемно и очень подробно описал. На самом деле, вот мне всегда была интересна психология, и тем более я сама по образованию лингвист, поэтому мне эти книги его очень сильно зашли. Вот. Ну, в принципе, я считаю, что психология и Таро, они во многом связаны. Да тоже, даже Михеев говорит, что это вообще можно рассматривать вообще как аутотренинг. Ну да, даже если не веришь в магию. Даже если не веришь в магию. Абсолютно верно, да. А, постголобализм начал тут что-то возмущаться. Постголобализм пришел. Вот, его уже забанили.
Да. Бедный Зипикит, короче говоря, начал возмущаться, называется. Кто бы не был стар Рэй, могу сказать одно. Лизард скатился и таким названием ухудшает свои духовные практики. Вот и могущество. Пошел в жопу в натуре, вот, блядь. Ухудшаю свое могущество, да, пиздец. Да. Вампирон. А я сразу, когда увидел Лизарда, то понял, что прикольный чел. Спасибо. А, мистер Раптор. Лизард спас меня от скудоумия. Вот, вот видишь, Зипикит, это самое... Я раньше смотрел жирного и был тупым скудоумцем, мистер Раптор. Вот, ничего себе, даже от жирного какой-то, какая-то польза есть. У жирного тогда было мало подписчиков, Лизарди Зорин пишет. А, вот оно что. Но это, видимо, произошло до того, как жирный как раз стал рабом системы и пошел на инсектоидов пахать. Стоит ли человеку при знакомстве сразу раскрывать свое увлечение, предпочтение или же постепенно знакомить? Как вы думаете? В зависимости от того, что ты ему... Такие ситуации, когда люди не так думали. В зависимости от того, что ты хочешь от человека. Вот если тебе надо с человеком там какие-то дела делать по работе, там, допустим, да, не знаю, тебе надо, чтобы он тебе, грубо говоря, унитаз починил, да, лучше не надо ему рассказывать про то, что ты, это самое, занимаешься там оккультизмом и всякой такой херней. Нахер это надо? Да? Вот. А это сам, вот ты же сегодня, кстати, говорил о том, что вот зря я типа рассказал с кудаумцем на работе. Да. Да, потому что тоже... реально, вот с кудаумцем, который вот системщиком, реально лучше это вообще вот, если вы не хотите. Да, вот, да, хороший совет вам могу дать системщикам. Лучше вообще ни хера не говорить. Если вы видите, да, если вы видите, таких, что вот перед вами системщики и рассказываете им за оккультизм, вообще вы лучше прикиньтесь реально вот, что вы там, не знаю, маску, короче, вам надо иметь специальную, короче. Вы должны как ящерицы, короче говоря, маскироваться. Применяйте тактику ящерицы, маскируйтесь, блядь, потому что эти люди вас все равно никогда не поймут. Вот, а взаимодействовать с этими людьми можно только вот на уровне «пойди, почини мне унитаз», грубо говоря. То есть сделать, если вам что-то надо, чтобы человек что-то сделал, блядь, механическое, короче, практически, вот. Или связи какие-то, ну, короче, то есть такая хуйня. Это таких людей просто, вот если вам надо их использовать для достижения каких-то целей, лучше вот прикинуться, вот. А если вы хотите с человеком вот именно дружить, то с друзьями надо всю правду выкладывать как есть. Вот, потому что нахер вам тратить энергию на то, чтобы вот притворяться хуй знает кем. Да, или тем более, если какие-то более близкие отношения, если ты имеешь в виду человека вот именно, с которым хочешь встречаться, то, естественно, как-то лучше стараться... девушке сразу ебашить это самое... Это не, самое... но все-таки, я думаю, надо, во-первых, выбрать такого человека, который тебя поймет. То есть, все-таки понимать, что это но человек... Но это сразу тест такой, понимаете, это первичный тест, вот, не знаю... Знакомишься ты с девушкой, допустим, и прямо сразу... Я ящерица, да, у меня есть большая дудка. Если она тебя не забанила, значит, можно с ней дальше общаться. Да-да-да, а если это самое... Ну, это просто тест, ну, понимаете, а если... Если постепенно, если вы прикинетесь системщиком каким-нибудь, да, вот, она же увидит, о, системщик, я как раз хочу системщика, пойду от него детей, короче, настругаю, блядь, я же хочу как раз, блядь, вот, эту ипотеку взять на 500 лет, блядь, и сидеть, короче говоря, смотреть старые, блядь, деградировать, блядь, вот что она хочет, допустим, а если вы не такой, ну нахер вам, перепрошивать эту девушку, это вообще полный пиздец, не надо так делать. Там, да, или парни, да, потому что вот у меня был такой опыт, это, блядь, без толку, короче, нахуй это надо, короче, вот, это не работает, это вообще просто бесполезная трата энергии, вот, Дуч не просто так говорит, что големов перепрошивать бессмысленно, потому что, блядь, или человек сразу, короче, ну, понимаете, человек может пребывать в несколько големизированном состоянии, но если у него есть какие-то зачатки осознанности, да, то он, возможно, вы его пробудите как раз ото сна, и он проникнется интересом каким-то. Вот. А если этого интереса не будет, и это сразу вызовет отторжение, ну и в жопу, короче, с таким общаться. А так, что, мало людей на планете, что ли, больше нету, что ли? Так что вообще вот так надо делать, мне кажется. Да, что-то с кудаумцев много начало заходить. Интересно, с чего бы вдруг? Не то чтобы очень много, но просто канал становится более могущественным.
чем раньше. Вы-то сидите, это самое, уже год тут, когда сидит на стримах 10 человек сидело, а сейчас он 30 уже сидит, то есть... Ну, сегодня 37, по-моему, было в пике. Да, да, то есть просто там, где много людей, там и скудоумцы появляются. Вот, плюс мы написали Star Ray, это ж триггер для... И знаешь, сколько человек отписалось? Уже чуть ли не 7 человек. Да и пошли в жопу, блядь. Мне их вообще... Вот они не были нашими зрителями, значит. Удивительно, что они раньше не отписались. То есть они сидели, слушали про инсектоидов, да, и все нормально было, да. А как про на Star Ray, блядь, на ой, не Star Ray, блядь, это. Че за хуйня? Вот тоже, это тоже это фильтр, короче, от вот этих вот. Анна М. Догму наркополитики я смотрела, тоже зашло, да. А, про эзотерику и все такое в этом духе лучше не рассказывать, если только быт к этому не обязывает ни к чему это. Да, верно, Михаил Селезнев, да. Мне пора, до новых встреч, крошки вселенной. Пока-пока. Нет, на Фауса какой-то художник работал, я про него. Но все равно, блин, вот этот художник, он явно не то, что мне надо, нарисует, так что я знаю других художников, которые мне ближе по фэншую, так что... Не, наверное. Ну ты на самом деле намного лучше нарисуешь, я даже не сомневаюсь. Ну тем более. Тем более, что ты таролог. Да. Мне кажется, этим реально рисованием карт Таро должен заниматься таролог. Да, определенно. Тут а вот то даже это тоже как кого-то попало нанять, блядь, вон дизайнеры там за на фрилансе. Еще они будут красивые картинки просто, которые ничего к себе не несут. Да. Просто можно поставить на стенку, любоваться и с все. Таким успехом можно рандомных картинок из интернета распечатать и вот типа колоды, блядь, ну хуйня это. А, мистер Раптор, кстати, нашел я твой канал на стриме у Сабирова, так сложился фэншуй. Интересно. Юлиан Круг, всем привет. Лиза, где твоя песня «Танец под музыку огня» в ВК? Она мне очень нравится. Как раз сегодня о ней вспоминал, ну, может, перезалью. Просто там несколько версий разной степени уёбищности просто. Мы этот «Танец под музыку огня» дрочили, блядь, целый год. Вот, и в итоге меня эта песня так заебала, мне все говорили: «Ой, эти ВК хуёвый, блядь». Что за песня? Танец под музыку огня. Вот, меня все заебали. Вот, все, реально, вот с этим вокалом, короче, меня все дрочили. Ой, у тебя вокал плохой, перепиши, блядь. И я вот всех слушал, короче, реально. Вот, сидел, дрочил, чтобы всем понравилось, короче говоря. И в итоге я на эту песню хуй положил. Потому что, блядь, как не записываю вокал, все равно все пишут: «Ты, мне не нравится твой вокал, блядь. Вы, блядь, Валера Кипелов, блядь». Ну, вот это старая добрая песенка о том, что вот как только ты запишешь какую-то композицию, обязательно какие-нибудь мудоебы начинают писать, что «Ой, а я бы сделал тут по-другому, ой, я добавил бы сюда, блядь, это самое... клавиши, а я бы добавил сюда, блядь, это самое, дисторшн гитару, блядь, а я бы сюда подушку-пердушку бы добавил, вот я бы все сделал не так, переделывай, блядь». Вот, и когда вот эта хуйня начинается, вот, это реально, блядь, отбивает все желание что-то делать нахер. И я в итоге эту песню даже не сделал. Это все при том, что я делал, я даже заказал у художника обложку, блядь, за 2 косаря. Вот, и я так и не сделал этот альбом, потому что меня все просто заебали. Все меня просто заебали вот этой хуйней: «Эй, блядь, пиши вокал, нам не нравится твой вокал, блядь». Вот, и вот так и сдохло музыкальное произведение, над которым я год работал, вот и все. Потому что нехуй, это вот засирание фэншуя, потому что это... Да. Ализа, где можно найти книгу Эбби Хоффмана, сопри эту книгу? В интернете. Вбиваешь в Google, блядь, сопри эту книгу, скачать. Больше нигде. Ализавдит Зорин. Удивительно, что я тебя нашел именно благодаря Махоуну, так что ему надо отдать должное. Да, надо. Star Ray хуйня, жирный-жирный, слава рептилоидам, героям слава, мейнстрим говно, Дракула ТВ. Да, все правильно. Александр Геогади, помню, как вы в дартс играли. Да, это были веселые времена, ой, пиздец, когда мы убухивались и хуйню всякую творили, да. Секси-мега-шоу. Но я даже, я даже не понимаю, как вы на эту хуйню деньги даже донатили. Вот я сейчас понимаю, что вот донатить на какую-то, чтобы
блядь, мы сидели в дартс, играли. Пьяный дартс, да, вообще, это вот, блядь, нет, наверное, это было хуйня. Смешно и забавно смотреть. Да, я этот стрим, мы эти стримы пересматривали, это пиздец, так какая хуйня, блядь, хуже старые, блядь. Сейчас, как, конечно, даже да. Контент старые по сравнению с этим, это, блядь, охуенно интересно. Не, ну сейчас-то, конечно, мы выросли, действительно, за эти вот, это летом было. Спасибо еще Вестнику Хаоса, надо сказать, потому что реально, если бы не Вестник Хаоса, мы бы, наверное, до сих пор в дартс играли пьяный, блядь. Анем, я так и делаю почти, как ты посоветовал. Кто хвоста испугался, тот мне не нужен. Но я засомневалась в этом фильтре только потому, что боюсь отсеять кого-то хорошего. Да не бойся, потому что никого ты это самое хорошего так не отсеешь. Юлиан Круг, там этнический мотив, в вокале даже фишка. Ну вот, вот вы обрати внимание, вот почему-то да, моя аудитория принимает мой вокал в любом виде. Да, тоже говорит, что охуенный у тебя вокал. Вот, а зато, блядь, это самое, в чаше познания, вот мне весь коллектив в чаше познания физически, ну, когда, ну они не то чтобы, они тоже, блядь, эзотерики все, блядь, все такие, ну, духовные, блядь, и все равно на меня все срали, блядь, и меня это так заебало, я реально, я так бомбил из-за этого. У нас такие дебаты были в чатике чаше познания, я в итоге разогнался в чаше познания нахуй. Потому что меня заебали просто, и я перестал чашей познания заниматься, в том числе поэтому, потому что меня заебала эта хуйня. Выложишь, блядь, от души, блядь, спел, это самое, ну да, я не идеально пою, я не Валера Кипелов, блядь, а все равно, блядь, начинается, блядь, говно. Углав ящер, 100 рублей, спасибо, чтобы было веселее, спасибо, Углав ящер. Вот. Спасибо, ребята, вы действительно молодцы, вы нас вдохновляете. Да, вообще, да, нам да, да, да. Приятно вот эти стримы проводить, и нам вот действительно, мы понимаем, что это все не зря, и что мы действительно говорим что-то интересное и, возможно, полезное. Потому что если раньше, помнишь, были да, часто такие стримы... Да, мы сидели вообще на тупость какую-то, отвечали на эти стримы, да, и потом у нас какая-то у самих была неудовлетворенность, то что вот посидели два часа, какую-то хуйню поболтали, вообще непонятно зачем, непонятно о чем, только, блин, силы потратили, вообще как-то и ни самим не интересно, ни другим, блин, какая-то фигня. А сейчас вроде пошел фэн-шуй. Это, да, конечно, и появились хорошо. Умные темы, и вообще, вот я давно хотел, чтобы стримы были такие. Вот именно такими, да, да. Это вообще замечательно. Ну, конечно, я думаю, в дальнейшем мы еще будем расти, развиваться, и да. Все будет только лучше. Да. Думаю, деградировать-то мы уже не будем. Да. Да. Ализардец. Ну почему? Если я ничего не путаю, Кроули для своих Таро нанимал девушку-нетаролога, чтобы знаниями не затрудняли работу над изображениями. Кстати, вот вчера говорили про Таро, как раз Таро Кроули. А я тебе вчера рассказывала всю эту телегу, у меня дома лежат эти таро, мне нужно, кстати, их привезти, вот вчера что-то меня торкнуло, хочу позаниматься. Знаете, вообще личность Кроули весьма сомнительна, как мне кажется, все-таки, потому что не просто, во-первых, да, не просто так дочь рассказывает про то, что телемиты скудоумцы, это во-первых, во-вторых, как ты мне вчера рассказал, он вообще поехавший наркоман, блядь, там, и вообще хуйней там да, стал в конце заниматься. Жизни он действительно полной хуйней стал заниматься, его реально инсектоиды сожрали, блядь. Да, то есть если начинал, он действительно благостно и хорошо, он очень начитанный, очень умный человек, то есть он собрал такие знания, просто прошаренный был во многих областях оккультизма, он состоял в герметическом ордене, в Золотой Заре, насколько я, да, в Золотой Заре как раз он был, и после этого он свою вот эту вот начал развивать телему, то есть он взял знания Золотой Зари, масонства, там, каббалы, всех вот этих вещей, каких-то древних мистерий, вот этих греческих, и добавил туда какого-то непонятного сатанизма или что-то вот такого. И в итоге после скатилось, сделал поклонничество. И скатилось в какие-то оргии, наркоманию и, блин, шизу просто. Ну, то есть начинал он хорошо, как именно умный теоретик, который действительно очень много всего знает. Ну, это, блядь, понимаете, это дьявол-поклонничество, это добро реально не доводит. Я еще не видел ни одного дьявола-поклонника, который бы не ебанулся мозгами, вот честное слово. Ну да, но насчет девушки не таролога, ну, может быть, с одной стороны... Нет, знаете, я считаю, что это точно полная хуйня. Ну, блядь, должен этим заниматься видящий человек, иначе что за хуйня получится? Не, ну, вполне возможно, знаешь, как что было, я уже даже вижу себе эту картину. Вот он нанял такую якобы просто художницу, вообще далекую от эзотерики, просто потому, что он был очень сильный лидер. Он боялся, что если он возьмет именно какую-то видящую тёлку, она не сможет полностью... Внесёт искажение. Да, она внесёт
унесет и начнет свою идеологию в это продвигать. Короче, ему я понял, он как сделал. Он просто взял голема, который просто проводником энергии. Да, да, полностью. Ну, может быть, это, кстати, неплохо, но, блядь, это вот как раз попахивает вот этим вот, блядь, чернухой, да. Блядь, какой-то сраный, блядь, я не знаю. Ничего хорошего, мне кажется, так не сделаешь. И я бы не гадал на такой карте. Вот реально, на такой колоде я не хочу гадать. Мне шаманы вот нравятся. Кстати, интересно, кто их сделал. Надо бы изучить, кто вообще автор этой системы. Вот Таро шаманов вот вообще охеренно. Даже вот мы перестали в последнее время на Уэйти даже гадать. Мы больше на них гадаем. Нет, когда какие-то бытовые вопросы... Да, вот бытовуху они отлично Уэйт показывают. А вот именно что магическую всякую хрень, они показывают вообще отлично. Да. Господин Лизард, как вы относитесь к Институту Б? Это офигенный канал и мое уважение. Я бы, кстати, очень хотел с ними вступить в взаимодействие. Вот, так что это самое. Надо бы написать будет профессору, я бы с удовольствием с ним пообщался. Да. Анна М. Но я не знаю, что там с вокалом прекрасных звезд, например, все более чем. А вот мне писали все, блядь, вот все, короче, кому не показывал, все писали, что говно. Не, вот, кстати, именно в этой песне у тебя, да, действительно, такой достаточно неплохой вокал. Вот, блядь, все вас не поймешь, то хуёвый, то хороший, блядь, я не знаю, вот ты мне говоришь, что в Езусе хуёвый вокал. Я не считаю, что в Езусе хуёвый вокал, там нормально я спел на грудном резонаторе, блядь. Нет, я спел там на грудном резонаторе, вот, и все было нормально. Нет, мне вот это именно не нравится. Вот это самое. Больше, либо лучше, вот, когда ты начинаешь какую-то шаманскую, типа, как, например, живой огонь, там вот отлично тоже, например, вот это вот. Ну, так там то же самое, так там то, что, понимаешь, там дело в эффектах. И все там, весь фэншуй делают эффекты. Вот, вы же не понимаете, это самое. Если вот так сольно включить этот вокал, то он будет уёбищный, ну, даже в ноту попадать, да, возможно, да, возможно, эффекты. Просто я говорю о том, что вот действительно эти эффекты и вот эта атмосфера, она очень как раз помогает, да, это вот хорошо. А когда просто чистый вокал идет, ну, опять, ладно. Я не хочу на эту тему говорить, это такая ебложопая, это инсектоидная вообще тема. Я вот песню Лизарда «Откровение» раз 30 уже переслушал. Это Езус, да, «Откровение», да, клево. Мне тоже эта песня нравится, и жалко, текст не я написал. Вот, ладно, не будем об этом, это скользкая тема. А, Юлиан Круг, а я нашел тебя благодаря Жирному, когда он рекламу делал про твой канал. Да. Павел Петров, я помню, как-то тоже перешел по ссылке от Махоуна. Да. Да. Да ладно вам, вы такие прям серьезные, почему бы иногда и пьяный дартс не поиграть? А мы не пьяные, потому что, блядь, мне не интересно, блядь, это хуйня, просто это скучно, не хочу ни в какой дартс играть, блядь, жопу. Да, еще, кстати, он у нас висит. Он у нас, я в него играю, я в него, когда работаю, в него, знаешь, просто, я иногда, знаете, работаю, вот, и мне, когда надо просто вот размяться, я похожу на нунчаки, покручу, вот, в дартс покидаю. Кстати, в дартс не очень фэншуйный сильный, потому что у меня дырки уже в стене от него немножко пошли, да. Вот, ну хорошо, что не очень заметно. Ну да. Ну, так что, да, этот дартс, я в него стараюсь, вот, по пьянке все-таки в него хуёво, потому что я тут дырками тут все захуячу. Ха-ха, лизардец. Когда я тут появился, Яр со стрима убежал за тележкой. Это тот самый стрим, что ли, когда мы в лесу тележку взяли? То есть лизардец тогда появился? Ничего себе, какой откровенный. Я думал, что он раньше. Я что-то тоже думал. Ну, блядь, я уже запутался в своих собственных стримах. Блядь, ты знаешь, сколько у нас стримов? Уже стримов 400 я отышачил за свою карьеру. Не меньше. А, Лизардис Зорин, честно говоря, вокал у тебя вполне неплохой, я тебе это говорю как опытный вокалист, 10 лет занимаюсь. Правда, вокал у меня эстрадный и академический, а я хочу уже перед... Вот видишь, как мне инсектоиды фэншуй засирали, у меня оказывается нормальный вокал, а только, блядь, мне все писали, хуёвый, блядь, не знаю. Вот так оно было. Я серьезно, у меня такие, блядь, баталии были по поводу вокала, что просто пиздец, у меня жопа горела, блядь, так, что я в итоге чашу познания распустил, нахуй. Кроули был норм раньше, так же его колода норм, но потом, сука... Еще, кстати, знаете, в чем проблема? В записи у меня вокал неплохой, действительно, относительно. А вот когда мы вживую выступали, когда приходится одновременно, блядь, петь, одновременно дудеть на диджериду, одновременно, блядь, играть на гитаре, и одновременно еще управлять... Нет, и одновременно еще следить, чтобы все остальные играли то, что мне надо... Вот это тогда сложно, еще плюс включается фактор того, что это аудитория есть, а когда я на 10 тысяч человек аудитории выступал, я там так хуёво пел,
потому что реально зажатый был еще немножко голос. Это сейчас я, наверное, выйду и полный пиздец устрою. Вот, так что, ну, это все пришло с опытом, наверное, вот, с опытом. И, кстати, как я спел, как я убил вторую копию себя, мне очень нравится. Вот тебе эта песня не нравится. Кстати, почему она тебе не нравится, эта песня? Вторую копию себя? Да, да. Не, ну не сказать, что она мне не нравится. Нормальная песня, как бы. Сама-то песня хорошая. Я говорила про то, что... Просто ты говорила, что вот она какая-то, блядь, хуёвая. Не то, что хуёвая, как бы, не совсем... Я про это говорила. Ну, понятно, что это не самая моя выдающаяся песня, но лично она мне по энергетике нравится. Ну, не, знаешь, такая. Не, ну, знаешь, припев, да, хороший, вот, а дальше, когда вот эти, когда животным так нравится ебаться, вот эта вот песня от балды, что-то уже начался какой-то фастфуд-панк, блядь. Ну, это, блядь, это есть, это, блядь, то вы понимаете? То есть ее можно было доработать, сделать более какой-то хороший текст, интересный. Да я не хотел, весь смысл этой песни в том, чтобы она была именно вот такая, короче говоря, чтобы она была максимально несистемная, понимаете? Вот, тут весь смысл в этом, что она просто тотально выносит всем мозги, нахуй. Она, это в этом ее смысл, и там не просто так, кстати, поется позволить бунт самим себе, в том числе, чтобы бунт против, блядь, сука, смысла, нахуй. Это называется «Меня тошнит от вашей логики», Егор Летов, потому что «Да загибали эти песни со смыслом», называется, вот это что. Ну, например, «Транкулизер», он вообще предельно фэншуйный, и если песня получается бессмысленной, то мне на это насрать. Потому что мне все равно, это самое, я все равно считаю, что слова говно, и все равно словами невозможно передать... Ой, опять сейчас наш да. спор про да, слова ладно, и про стихи, давайте не будем да. про это говорить, да, может быть, же... устроим это как-нибудь в формате видео когда-нибудь, если нам будет больше совсем нехуй снимать. А, да, у тебя стримы, наверное, лучшие, так что не зря 400 их сделал, надеюсь, их только больше будет, Юлиан Круг. Спасибо, да, но мы и так почти каждый день стримим. Кстати, да, и песня отличная, спета хорошо, Михаил Селезнев. Да, спасибо. Ну и на этом вопросы, в принципе, закончились. Да. Ну, в принципе, если закончились, я бы, наверное, пошел, потому что я уже устал, на самом деле. Ну да, мы опять да. много Не будем энергии. Тратить слишком много энергии, чтобы хватило нам на нормальные дела тоже поделать, там, фэншуй настроить и это самое, и так далее. Вот, так что ладно, чуваки, будем на сегодня расходиться. Большое да, спасибо всем. Спасибо за донаты. Да, за донаты спасибо, вообще молодцы. Заходите на стримы почаще. Всех любим, целуем, всем пока. И слава Лизардии, чуваки. Всем пока. Пока-пока.